Так, ну чё, начинаем сразу или у вас есть какие-то? Да, у меня есть слова. Все, кто кидал не новогодние, пошли вы на... Бабушку, Кирилл, дедушку, там... Локо, немножко там... слышно то, что... Да, там через Сонин, как бы стрим слышно. Микрофон у нее там. Вы прикиньте, в одной комнате как бы почти уже. Подожди, а каждое слово было слышно? Каждое слово было слышно. Особенно второе. Это вот Кирилл Пятерка, ссылочка на него в чате уже, если что, уважаемый Твич. Не, вообще под каждым словом Кириллом как бы подписываются мои модеры, которые отсматривали все вот это, все ваши унитазы, вот это вот все. Вот это вот первое я вам показываю. Это первое, и это новогодний, да, считается? Да, 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 это считается новогодним. Это по-любому девочка отправила, и она праздновала, видишь, с импровизацией. Ну тут она жесткие фанатки, да, такие. Да, импровизация. Такие тен-лайн, настроение тен-лайн. А почему по-любому... Тен-лайн, смешное слово. Почему по-любому девочка? Ну а кто еще смотрит импровизацию? Да, кто это будет? Кто будет, ну как бы вот, Лазарева вешать себе? Импровизацию только девочки смотрят? Да. А кто? А ты что, смотришь импровизацию? Может, ты сейчас скажешь, что ты кухню там смотришь? Не, во-первых, я смотрю кухню, но я когда ходил на маникюр, там только играла импровизация. А, ну да, маникюр обычно. Мне даже было как бы мужчины ходят, да. Ну я поставлю лайк за детское шампанское. Короче, от 1 до 10 ставим. Модеры все впишут. Блядь, я такую ненавижу систему эту. Сосе. Тебе нужна какашка, да, это алмазик? Да-да-да, какашка, алмазик. По баллам. Давайте просто, типа, ну, балл ставите, балл не ставите. Тогда тебе включить. Не, слушай, а как тогда мы решать-то будем? Там 85 их, да. Там нужно потом выбрать, ну, прям топ-3. Я ставлю этому новогоднему столу 4. Я ставлю 5. Ну, я ставлю 2, потому что, ну, сидеть на этом столе долго сидеть не получится вообще, блядь, пиздец. Блядь, минус спина, нахуй. Участник, докажи нам, сними 10-часовое видео, как ты сидишь на этом стуле. Да, я ставлю просто из жалости 3, вот, из жалости к спине и к жопе. Так, надеюсь, там модеры ставят, короче, вот это вот. Вот, поставил такую вот... Оценочку. Вот, а 3 балла за что, Кирилл? Первый, второй и третий балл. Так я хотел 1 поставить, но я 2 из жалости докинул. Да, что случилось? Вот это из... Жа-пилости, да? Да, да. Дальше тут 2 фотографии. Давайте в свете сразу, вот крошки не видно. Вот и вот. Это вот 2 фотографии, ребят. Но тут зато украшено. Это я бы сказал чит. Это чит, я бы сказал. Да, читер. Ну тут зато украшено. Чит заключается в том, что у людей нет цвета, блядь. Он, а этот человек 100% 18+, у меня вот вопрос. Вас же смотрят детки. Мамы спизди. Я сейчас уйду. Я ставлю 1, так, как 3, открыт. 6, я ставлю так, как это, короче, сайт СП открыт. Я ставлю 5. О, я тоже, точно. А если бы у него был бы личный кабинет на этом сайте открыт, я бы ему поставил 3500 баллов. Ой-ой-ой. Ой, вот смотрите, тут прям красивенько. Тут еще есть вот. Да, вот эти палочки прям вообще охуенные. Лоу-фай девочка и вот это вот, пальма. Ну так, ну по-новогоднему. Новогодние пальмы. Бля, я хочу следующий Новый год где-нибудь в теплой стране спраздновать. Ну, в Ростове, например. Сколько ставите? Я хочу на Таиланд поехать. На Таиланд. На Таналайн. На Таналай. Я поставлю здесь 5 баллов, мне нравится. И я подсосусь тоже. Какой-то. Но у нас 10-бальная система, вы помните, да? Микроприятная атмосфера, 5 баллов. Я ставлю 6. Ну, я поставлю 7. А когда мы свою богиню шопинга будем делать? Я поставлю 7. Богиню шопинга? Да, вагину шопинга. Ой, так, давайте оценим, Ну тут не прям новогоднее, на самом деле, такое украшение. Тут не новогоднее, но все равно прикольно. Ну да, но тут это вот у еще... него написано босс. Тут вот такое, босс. Вот микро такие новогодние штуки всякие есть. Босс. Собачки босс. Тут всякие. Это что, хуй, блядь? Это хуй, да. Где? Реально, вот наверху хуй. Микрохуй. Розовый. Ну, да. На хуй похож. За хуй поставлю 5 баллов. Ну, я тоже 5 поставлю. Ну, я ставлю 4. Кирюша? Я хотел поставить вообще, типа, 2 балла из жалости, 2 слова. Ну, тут босс, босс. Но слева у него наклеены
две карточки за мерч. Он два раза минимум заказывал мерч, поэтому... Выёбывается. Вот, поэтому 5 баллов. Так, окей. Бля, какие же вы, ёпта, бля, всё, это, я это уютненько балл. Зато выглядит. Мне кажется, челу он, прям он добавил, приятно там сидеть. Он вот это мой... Одно из моих любимых, я не знаю, почему мы это на серьёзки закинули, а не в мемы, но... Пиздец. Я попрошу заметить, тут наши фотографии, тут вот Женя как бы. А, тут, кстати, тоже я. Вот тут Соня. Там, Света, заметь, но там нас очень много, тебе не кажется? Смотри, раз, два, три. Да, причем одинаково. Да. Я знаю, что он ночью делает. Но он старался, он очень старался, это чисто для... Конечно, он каждую ночь старается, естественно, блядь. Старатель. Старатель. Но за старательство поставлю 6 баллов. Ну я тоже 6. Я поддержу. Я тоже. Шестерочка. Все, шестерки. Шесть. Мне кажется, это сейчас один из, ну, типа, таких, победить. Подкупил черно-белыми фотками, блядь. А принтер можно... есть, сука. Тут качество, ребята, ну, попрошу, да, обратить внимание. Это открытка с 96-го года, блядь, чё он... Ну, тут фотка. Все равно тоже уютненько. Вот, есть еще вторая. Ну, у него все RGB. RGB вот. Все. Ну, вот да. Я поэтому хочу я и говорю, шар. Что в темноте это чит фоткать. Mm-hmm. Ну, по факту. Ну, я тут тебе могу, ёлочка, кстати, но у меня маленький такой шарик. Почему? Подождите, мне донат почему-то сработал. Прошу, пожалуйста. Почему? Пожалуйста, потом, можно? Это что такое? Я какие еще деньги? Я офула, чтобы у нас не сбивало. У тебя такой же коврик, кстати, смотри. Да. На что вы давай думаете? Сейчас, Кирилл, за коврик 100 баллов. За коврик 5 баллов. Но за то, что читерил. Минус 1 балл. 4 балла. Да, я тройку ставлю. Я ставлю 5. Я поддерживаю Свету. Здесь у него вот эти штучки. То есть они не мешают ему как бы юзать компьютер, да? Но елочки, мишура, вот это все стоит так достаточно новогодненько. Поэтому ставлю 5. Есть. Ты тоже такая, ну, почти имба, ребят. Вот это вот. Бля, блять, у меня такой стол в детстве был. Прям в точь-в-точь у меня такой стол был в детстве. У меня тоже очень похожее было. Зато у него два монитора, между прочим. А он... Сколько мониторов, столько баллов. Порнхаб, а ему нормально, блять, вот смотреть вот так вот? Типа, а вот так, зато смотрите, как красиво стало. Да на лай. Да не знаю. Вот, Кирилл, смотри, видишь, елка у меня стоит. Елка. Такая же. Я ее вот в прошлом году нарядил, и Новый год закончился, я просто на ту часть шкафа ее сдвинул, она весь год там, блядь, стояла, Новый год начался, я его так ее подвинул, поэтому, правильно. Ну, типа, 2 балла, бра, 2 балла. Ну, я тоже 2 поставлю. Двоечка. Я поставлю 1. Ну, там прикол, что оно с места перебралось на шторы, вот это чуть-чуть интересно, поэтому я бы 3 все-таки. Да шторы не он повесил, а мама. 2, 1, 3. 2 балла, нахуй. 2. Я 1 балл ставлю за то, что, мне кажется, ему неудобно на второй монитор смотреть. Представьте, ебало его, да, когда у него просто глаза... Ну, мы, кстати, быстренько идем, ребят. Ну, да. Прям быстренько. Хорошо. Уже, нет, охуенно! Вот ебать! Это, наверное... А теперь следующее. А-а-а! Прикиньте! Ну, слушай, вот это прикольно. Это все хуям сгорит, блядь, и пожар будет в доме. 1 балл ставлю. За безопасность. Нет безопасности. Безопасность, ну, короче, здесь тут... нет, а вот 1 балл. Щелкунчика, бля, вентилятор засосет, да? Что делать будешь, вот а? Вот именно, блядь, возьмет материнка там сгорит или что там, видеокарта, пиздец. Не, мне вот это понравилось. Я хотел сначала такой думать, ебать, ты классно украсил в новогоднем стиле, заставку поставил. Ну да, но тут еще шарик. Он дрочит. А вот. Я, знаете, что еще могу сказать? То, что я боюсь таких людей, у которых на рабочем столе ничего нету, блядь. Вот я реально таких боюсь. Они людей. Стерильные, как в они больнице. Стерильные. Они нажимают клавишу Windows, вот это Win, и там выбирают то, что им нужно включить. Ну это пиздец! Да. Стол это психопаты, это психопаты. Это факт. 1 балл. Я 1 балл ставлю, 1 балл ставлю. Я ставлю... Потому что, скорее всего, он убивает людей. Да. Ну типа украшений реально мало, я ставлю 5. Типа половину. Я ставлю четверочку. Я. А, кстати, еще дрочит. Смотрите, дрочильный-то... Да, я сказал сразу. Но у него, возможно, тонзиллит. Блин, у человека тонзиллит. Какой тонзиллит, блядь? Он сморкается, блядь, каждые 5 секунд. Сморкается хуем, правильно. Кирилл, что ставишь? Ну вот это вот просто прикольно. Может быть, он на неожиданности сыграл. Ну пусть будет даже 4, наверное, балла. Но это прикольная тема. Это такого просто издавался, такого не было еще. Это Семирали был? Два балла поставлю, да, за то, что у меня такого не было. Бля, Семирали, хуём сморкается.
Ой, блядь, я на секунду подумал, что настоящий. Путин на динозавре настоящий. Какой-то Путин, блядь. Ну, я попрошу заметить, насколько тут все украшено. То есть. 0 баллов. Мне похуй, там мячик. Путин на динозавре, блядь, или кто? Да. А, я понял, Свет, Соня не любит динозавров, ей не нравятся динозавры. Я да, тоже лев такой. Я думаю, почему они еще не все вымерли, типа динозавры эти старые. Поэтому я думаю, ну, типа, 0 баллов. Рептилоидов. Ну, 0 баллов тоже ставлю за... Так, смотрите. Я ставлю единичку. У него стоит меч майнкрафтовский. Возможно, это тот самый меч, у него уже не стоит, блядь, чел. Это, ну, ты динозавр уже такой. Я смотрел все видео про динозавров. Я думаю, что чел у меня этот меч купил, поэтому я надбавлю еще бальчик сверху, поэтому 2. Мироника, ты не поставила вроде? Я сказала 1, по-моему. Или сколько? 2 она сказала, 2 поставила ты. Ну, 2, значит. Модера, 2. Фак, ты же знал, что Кирилл с Соней будет оценивать. Ты что там поставил-то, ё-моё? Вот это симпатично, мне кажется, уютненько. Потому что дерево. Ага, шкорки, кока-кола. Ну, это еще хотя... Мало шкорок, просто постановочно насыпал, я не верю. У него стоит радиотелефон? Это радиотелефон? Он по нему... А, это лампа. Да, это лампа. Я, кажется, я бы хотел вот реально радиотелефон чисто вот между друзьями, чтобы типа... Бля, да, надо было свой стол тоже отправлять на эту. У меня вот чистенько все красивенько. В этот момент Соня убирает мусор. Ну, что думаете? Я думаю, что тут просто гирлянда с деревом. Ну да, 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 да. Но как бы именно залилось цветом, приятно. Но на самом деле мало всякой штуки. Ну, это факт, да. Но выглядит прикольно, поэтому на 4 балла тянет. Блин, я не знаю, как вы живете с одним монитором? Блин, это я... Факт. Жесть. Можно на Авито, блин, монитор за 1500 найти? Хоть какой-то. Ну, они сегодня косарь выиграют, вот как раз купят второй себе. О, это факты. Да. Покупайте себе второй монитор, без него жить вообще нереально. А так я ставлю, ну, единичку, пожалуй. Я поставлю 6. Ни хрена, ты мне выглядит уютно. Спасибо. Ну да, попчик, вот такая ну, вот я. Картинка, сама картинка уютная, но мы ну, оцениваем да. Украшения, а не картинку. И там можно было в фотошоп, я не знаю, тоже со светом побаловаться и сделать максимально уютно, я не знаю, там мороз по краям сделать. Вот, ну, я как будто ставлю да. Троечку, просто троечку, потому что окей. Гирлянда как бы тащит, но не сильно. Мне некуда монитор ставить. Блин, под стол ставь. Почему, на коленке, я не почему знаю. Модеры меня... пишут на Джека Луни постоянно хуй? Что, у ну, меня вот такой вот стол по размеру. У меня вот такой вот стол по размеру. И вы говорите, что вам некуда, да, блядь, кстати, ставить второй лексика, монитор? Вообще микростол. Вы серьезно? Ну вот. Соня находится на 2 квадратных метрах. Вот именно, при вас смысле слова причем. Ой, вот это прикольненько. Вот это прям новогоднее. Ну тут тоже по-девчачьи как-то вот. Но ему не... Как, ему удобно мышкой двигать? Как он киберспортсмен, ну, да, вот как играет? Он играет, наверное, просто в доту, где там сильно как бы не надо мышкой двигать. Я не знаю, я не умею играть в доту. Что там, в Хардстоун он играет? Во, точно, одной мышкой посерединке двигает и все. Свинья из Майнкрафта выглядит. Ну тут тоже не прям украшено на самом-то деле. Сонь, это если что, походу, твой как бы собрат в рисовании, потому что у него тут, видишь, картина. Что это за художник, Сонь? Где, на коврике, а, на вот коврике. Клод Мане. Молодец, Кирюша. Да, да, Клод Мане. Это вот, ресторан из кухни. Так называется. Темно и, ну, уютно, опять же, да, но одно дерево стоит. Опять же, показываю на своё дело. Ну, я так хочу сказать, ну, хламушник. Хламушник, да. Некоторые бы вещи, мне кажется, можно было бы повыбрасывать. Вот, например, вон ту за... Я уверена, что она 100% уже давным-давно засохшая. Вон, видите, я как будто сейчас белая. Смотрю нарезку на Ютубе, и Соня замутила слово «залупа» как-то. Да-да-да, тоже залупа. Было. Замазка, залупище луней. Замазка, видите? Вон он в чате сидит. Я ставлю 3, так же, как предыдущему чуваку, потому что... Я ставлю очко, 3 очка. Я 2 ставлю. Я сейчас попрошу Игоря Ленникса скинуть его стол, когда он кидал в прошлом году Заквиэлю на оценке рабочих столов. Паза-паза в прошлом, может быть, ты хотел сказать. Или паза-паза в прошлом. Я 5 поставила, модер, алло. Так. Алло, модер, я ставлю 30. Так. Вот так вот. Так. Тиктокер. Ага. Почему? Да, тут тиктокер, вот.
А, действительно. Он сразу показал, что он богат, ребята. Цепи, цепи, цепи. А что это за оранжевое что-то сверточек? Цепи, цепи, цепи на мне и поцелуй, Луи. Может, еще там зарабатывает какими-то интересными способами? Ну, судя по калькулятору, зарабатывает и считает это потом. А у него еще вебка, посмотрите, есть в 100% веб-камер. Стример, веб-камер, да, который... А, я знаю, это набор, короче, резиночек, он на арбуз натягивает, знаешь, вот эти челленджи, тиктоки снимает. А, блин, он же тиктокер, ну да. Да, да, да. Но в целом, а смотри, Пук, у него цепочка, как у тебя, вот, смотри, вот. Да, да, поэтому 2 балла. Нет, три, ладно. Я ставлю двоечку. Ну, я поставлю 4. Я тоже ставлю 4, потому что здесь помимо дерева есть мишура. Есть! А то у остальных только дерево стоит, и все. Так. Дерево, и все. Модера... Браслетики плетет из резиночек. Модера, а вы можете, пожалуйста, другим цветом помечать то, что я вот открывала до этого? Потому что я что-то теряюсь немножечко. Медерим. Вот, ну опять тут с читами, ребят. И там все с читами. Все, блядь, ясно. Единицу ставлю. Ты ненавидишь Мазьелова, вот что ли, блядь? Вот. Так, подождите, я сейчас посмотрю, что он читает. Рэп. Ну да, понятно, единицу ставлю. Почему? Да за что, блядь? Ну там нету никакой, так сказать... Кстати, кого-то замазали. По-моему, это из клуб романтики. А, то есть там, ну, как есть секс, да? Тогда 1.5 балла ставлю. Угу. Такой нельзя, Соня. Либо 2, либо 1. А, тогда 2 ставлю. Молодец. Но я тоже тут не увидел, как говорится, много таких украшений. Вот внизу шарики стоят, какой-то, не знаю, веночек или что это такое. И гирляндочка. Опять же, 3. Ночь, опять ночь. 3 балла, опять ночь. Ну я тоже. 2 балла. Я, кажется, знаю, почему они ночью, как говорится, вот в темноте снимают, чтобы гирлянду было видно. Ну вот, да, но при этом вообще не видно, что вокруг. Да, да, да. Ребята, любимая. Опа. Ой. Аниме. Так, за Леви ставлю уже плюс балл, 100%. Да. За Леви. За Сяо и за Ита уже тоже. Геншин пошел. Еще Аят, а ты что, на мужиков, что ли, дрочишь? Ну, я понимаю, что я это человек, который ставлю. Рисует вот это все. Сам я семерочку сама. Ставлю, я семерочку ставлю, Ну, слушай, это красиво, но это не новогоднее. Да. А нет, вот елка стоит, вот елка. Бро, елку с пола собрал. Нет, тут, кстати, опять же, тут античит произошел, потому что, зацените, гирлянда-то навешена, она висит. Да, вот на этих, на картинах. Да. Ночью было снял, решено не читерить, поэтому тут наоборот плюс балл за то, что было решено не читерить. А, ну я думаю, что это девочка 100%, да. Это дубая девочка, потому что, ну, тут все только дрочибельные мужики. Это факт, кстати, все, это там, большие там... факты. Спасибо, там меня спасибо, нет. Спасибо. Кирилл есть, а меня нет, поэтому... Тут я фоткал, блин. Короче, баллы. Я 7 ставлю. Чё, блядь? Да, ну тут мило, не знаю. Подевчачьи уютно. А. Занижать? 6. Они ёбнулись, блядь, по 7 поставили. 6? Я 4 ставлю. Не, потому что там есть... На меня дрочат кто-то. Я не могу. За елку бал, за елку бал, за елку бал и за гирлянду бал. Итого 4. Ты меня за елку бал, блин. За елку. Ты меня так за елку уже. 0. Аниме кал. Ну, такой очень минимализм такой вот. О, это что, поддерживаем LGBT? Я бы этот микрофончик, так сказать, присела бы на самом деле. Но он очень милый. Ну да, миленький настолько, что... Микрофон фирмы Пупа. Я ставлю 1 балл, потому что, скорее всего, это наебалово. И чел просто взял, снял с елки, сфоткал и одел обратно в елку. Ну да, да. Блять, новогоднее оформление, хуй знает. На. Да, да, вот, да. Так что бан нахуй. Да, мышка классная, у меня такая. 1 балл. 1 балл. 1 балл. Ну я, чтобы человек порадовался, поставлю 2. Но, знай, ты такой молодец, просто потрясающий. Я поставлю 2. Так. Придурки. Фу, пятерка матерится. Не понял. В чате пишут, фу, пятерка матерится. Фу. Бля, космическое это, так называемое это. Не понял, вот
Картинку рассмотрите поподробнее, пожалуйста. Да, да, да. Там жопа, блядь, или что? А почему это какой-то хуй? Нет, не жопа. Ой, блядь, яйцо как будто и анус, блядь. Ну вот так вот. Как это так получилось? Кирилл вид сзади. Не, ну реально, вид мужчины сзади. Вот именно так и выглядит все. За новогодним настроением нагнулся. Интересная рыба. Ну тут украшено, как-то тоже что-то. Ну за рыбу 5 баллов. Да, за рыбу 5 баллов ставим. Не, ну я поддерживаю тоже 5. 4. Женя, какой ты вот злой. Да бля, это не конкурс рисунков. Так, вот эта хуйня на меня никогда не работает. Да, это полая хуета. Меня не ебет, старался или не старался. Блять, сука, мне так нравятся вот такие вот торчащие прям розетки, которые выглядят как сама опасность. И прям возле них чел сидит. Прям около лица, прикинь. Да, 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 если она ёбнет, чтобы он просто вытащил зарядку, кинул на стол. Да поебать, я сфоткаю и все. Ебать, а у него дорогая точилка. Эта точилка 400 рублей стоит. Какая точилка? Где точилка? Вот, короче, точилка, которая, вот видите. А, наверху, на полке? Да, да, да. А, вот это вот? Дорогая, она автоматическая, да. То есть ему 1000 рублей не нужна, а у него есть деньги. Да, поэтому 1 балл. Видно, что есть деньги. Видно, что есть. Бля, у нас каждый второй подписчик стример, чё за гринскрин, блять, вебки, вот это все. Да, кстати, это? да. А я вам, знаете, что скажу? То, что всех, кто был на... Когда был вот этот коронавирус, всех заставили вебки, по сути, покупать, чтобы... Ну, вообще, да, кстати, да, есть. Поэтому, по сути, сейчас все стримеры, по сути, да. Понятно. Я стример в Zoom, ну, гринскрины не всех обязали покупать. Ну, чё, сколько вы ставите? Я ставлю 2. Короче, я... Что? Один. Света, а пойдешь ко мне на бледу в Майнкрафте? Пойду. На СП. Да пойду. Мы там богатыми будем. Тогда, конечно, пойду. Пойду. А, на СП, на обычный, просто у Светы есть проходка на обычный СП. И она там где-то около главного здания. Да, я попросилась, меня Гена добавил, я больше не заходила. Ну ничего, я тебе... Я тоже там никогда не была, да, но я думаю, что мы с тобой как элитными там будем, профурсетками, думаю, то, что мы богатые. Не, я за, пойдем. Все, погнали. Что? Они там будем разводить таары. Ну тут все читы, ребят, тут, ну, везде читы, я считаю. Ой, Коша, блин, какая крутая. Посмотрите на это, посмотри на морду. Она живая? Мне кажется, это мертвая кошка, знаешь? Она живая. Она выглядит как не очень живая. Она живая, живая. Мандаринам я не верю. Мандаринам. Почему? Потому что они не съедены. Блядь, Фук, мы... Это все из-за того, что мы Шерлока смотрим. Да, и мы знаем вот это вот, блядь. Сразу нахуй все на свои места становится. Не знаю, я 10 килограмм мандаринов, и это все, что осталось у него? Не-не-не. Обычно все сразу него съедать. Есть планшет рисовать. А где мышка? Вот этот планшет. Да, А ему нахуй мышка не нужна, у него планшет есть. Да, да. Вот мышка. Да. Ой, я свою потеряла. Вот мышка вот тут. Не знаю, я 10 хочу поставить. Но кот милый, все очень украшено. Ебать, просто друг. Хуяк. Ебать, а так тут... Наведи еще раз. А ну-ка, а что там за ник? Можешь посмотреть? Гайд для всех, кто понимает, что такое украшение к Новому году. Убиваете ваш чего? Алло, Мироник, что это внезапно, блядь? Ну, да, но оно мило выглядит. Блядь, хуяк 10. Ясно, куплено. До этого четверки, пятерки. Ну, а чё тут можно доебаться? До чего? Ну, все украшено, кот сидит, тут очень много новогоднего. Как минимум до мандаринов, которые были не съедены, а были поставлены специально. Ну, за мандарины 9. То есть тебе новогоднее украшение, если бы там не мандарина, а хуфура лежала бы, да? Вот это? Это ужасно, что Новый год, естественно. Не, ну я ставлю 8, потому что мне очень сильно нравится, но это не прям не топ того, что я такой типа, ебать, я вообще поклоняюсь тебе. Это 8, это очень круто. Это самая высокая оценка, которую я сегодня поставил. 7. Ну вы все поставили нормальные оценки, чего вы на меня-то гоните? За несъеденные помидоры. Ты завысила сразу. Да. Надо было подождать, Свет, а не сразу гнать. Мы начали под тебя подстраиваться. Поймана за руку! Ну, тут я бы тоже, я не знаю, мне тут тоже нравится, как-то все блестит. Блестит по новогоднему. Я думал, это вообще дом издалека сфоткан, а не комп. Да. Ой, очень круто. Если я сейчас здесь поставлю, вы тоже меня загнобите? Подожди, не ставь ничего. Давай сначала у Кирилла спросим. Ну, это 6 баллов.
А что это у него там за фигурка, интересно? Я восьмерку ставлю. Тут тоже очень много всего новогоднего прям, ну вот все. Угу. Кота нет. Зеленогоднее. Кота нет, 7. Я 9 опять поставлю. Мёртвого. Я восьмерку поставлю, восьмерку. Мёртвый кот. Мёртвый кот. 9 ставлю. Ну не знаю, но оно как-то все красиво украшено, мило очень так. Приятно. Хорошо. Смотрю на свой стол и понимаю, что у меня вообще не украшено. Так. Кирилл, мы с тобой промолчим, да? Ну да. С нашей свалки. Вот так вот. Говна. И вторая вот. Ой, слушай, я тоже... Ничего нихуя не изменилось. Мандаринам не верим. Да. Мандаринам не верим, блядь. Да они кладут мандарины, чтобы показать, типа, вот Новый год. Они кладут мандарины, чтобы мы поняли, что у них есть деньги на мандарины. У меня, кстати, такое же Санта дома. Еще бы куриных яиц там положили бы. Надо было яйца, да, да, тогда бы понятно. Блять, я нечаянно вчера 2 пачки яиц заказала. Нахуя нам теперь 20 яиц? Минус миллион денег. Блять, потому что они 230 рублей стоит одна пачка. Яйцы! Яйцы! Ебать, ты чё, богатый, Шрек Луни? Признак миллионера. Понятно, блядь. Так, ну я тут поставлю 6. Я 6 тут, даже 4 поставлю. Да, 5 ладно, поставлю. 5. Я ставлю Я поставлю 5 за глобус, потому что я всегда в детстве мечтала глобус. Я тоже. Я не покупала, поэтому 5 ставлю. Так. Глобус. Ладно, я солидарен. Жень, ты что ставишь? 6. А я... это что такое? Это вибратор у него или что это вот сбоку? Я не вижу. А вот зелененькая, кружу вот и вот. Это наушники, Сань. Не все, что зелененькое и круглое, это вибратор. Не поняла. Не понял. Но я 7 поставлю, все равно уютненько так прям. Узнали любимую игрушку Сони. Тоже миленькая. Кстати, прям хорошенькие прям пошли такие, миленькие все. Не понял. Так. Я, может быть, даже вот так надо сделать. Ну, тут это так. За Нагиева плюс бал, за Бурунова плюс бал. А за букву по центру коврика. Виртус про. Ну, я поставлю здесь 2. Хорошая оценка. Ну, я 3 поставлю, потому что ну тут типа мало украшений каких-то таких. Слушай, да. он кстати, видимо, свари, а букву на мышке ты. Да, да, и букву на мышке я тоже хотел сказать. Он прям интересно, подготовился. Конечно, да. А он просто Костика с мерча. А, да, он подписчик. Это мерч Кости, да? Вот это да. Вот. Да, да, да. Ну чё вы, мужчины? Я ставлю 3 балла, потому что красиво, новогоднее, но 2 элемента новогоднего украшения, опять же, елка и кошура на микрофоне. И они прям вот в этом месте, все остальное. Так. У него даже на фоне новогоднее ничего не стоит, то типа на компе, посмотрите, просто черный. Да, да, да. Черный. Кирилл, ты что ставишь? Мне понравилось, что это, видимо, это подставка под микрофон или что, он ее полностью вот так вот оформил. Да. Вот это вот за это плюс балл, поэтому 4 балла. За это? Так хотел 3. Да. Что? За это? Ну да. Да. За это. Да. Вот тут, короче, можно я вот выражу респект людям, которые вот это открывали? Ну, то есть сразу понятно то, что вы реально, ну прям к конкурсу, короче, готовились, фоткали. Это надо было, кстати, в посте писать, потому что да. А это не тот же самый человек, который мы его оценили? Вот эту планету светящуюся? Да, мы его оценивали, по-моему. Ну вот это я не помню, чтобы мы вот это вот оценили. Бля, короче, рассказываю. Вот я всем всегда жалуюсь. Люди, которые сдают квартиру, и они пишут, типа, в квартире есть все там. Посудомойка, там, не знаю, плита, машинка и телевизор. И телевизор, блядь, во всей квартире вот такой, нахуй. Нахуй он нужен, блядь. Чтобы был. Чтоб был, типа, чтобы мы писали. Это монитор, по-моему. Нет, это телек. Телек, на котором он смотрел обращение президента. Я думаю, что... Вот. Я думаю, что... Я не понял, это одно и то же? Да. Нет, нет, это... Ну, это типа от одного человека, вот так вот, короче. 2 разных места. Вообще непонятно. Непонятно. Ну, да есть такое. Первое, как будто вообще новогоднего нету. Ну, давайте вот это оценим, потому что рабочий стол это вот. 2 балла. 2 балла. Я поддерживаю. Я 1 балл поставлю чисто за вот это. Белая тема в Телеграме, минус балл, 1 балл. Ууу, белая тема. Жень, ты сколько? 2. Ты озвучивай, потому что там это, да. Я озвучиваю и сразу показываю. В. Так. В. В. Витёк. Показывает В. Подождите, у меня все зависло. В.
42, братуха. Вот вот, блять, да. Он комп уронил. Бля, подожди, а у него зачем их два? Нет, вот тут вот один, как бы, а этот... Что? Это как будто переливание крови от компа к компу происходит. Чисто один мертвый. Это, знаете, это как будто бы... А, мне кажется, он майнингом занимается. Что тебе, Свет, кажется? Это как вместо вилки, короче, понял, в розетку. Типа, видишь, тут все подключено именно к нему. Бля, как будто это реально, да. Да-да-да. Бля, чел не понял тему. Он один монитор поставил и два компа, блядь. Нет, по-другому работает. Два монитора. Он перепутал. Ну, у него просто мишуру он кинул на кресло. Вот, мать повесила шторы и елку тоже поставила. Я не знаю, ну, два, наверное. Кто-то четыре поставит? Я! Я поставлю три. Ну... Там был один урод, у которого четыре видюхи. Пиздец. Фон. Сонь, поставь три. Чтобы ну, ладно, по рофлу. Чтобы я два, Соня три, Кирилл четыре, а Света один. Я три поставила. Блядь. Блядь. Посыпалось. Давай я один поставлю. Давай, я один Соня поставлю. Один, есть, все. Один, два, три, четыре. Так. Семь. Интересно, да, мероприятие? Вот. Это банан. Это десять. Ну, вот так вот. А, все-таки есть нормальные фотки? Ну, один. Елочка. Один. Один. А еще назад можно? Можно, вот. А, ну елочка. Ну, все ну, еще елочка. Ну, один балл. Бля, какая солидарна. Опасная розетка, это пиздец. Он все воткнул, он все, что можно, туда воткнул. Че, все единички поставили? Да, один. Окей. Ты не новогодний, братанчик. Из жалости можно от меня два за розетку? Можешь туда еще пару вилок подключить, чтобы, ну, да. Чтобы елка загорелась? Еще удлинитель туда можно ебануть, и вообще будет так, хороший подождите. Взрыв. А вот. Ой, ребята, ну вот это мне нравится, я вам сразу скажу. Ой. Вот так пинг. Вот. Бля, я подумал, что это монитор. Это Pink Butterfly. Вот какой-то. Так вот у него тут. Член очень Butterfly. Круто. Ну прям слушай, какие-то ну... вайбы классные, не знаю. Ну это какой-то разработчик Кристалликса, блядь. Ну, уроки есть где есть делать, да? Смотри, а у него, видишь, и растение стоит, которое живое, типа как елку он нарядил. Да, и вот тут даже стоит. Украшено, видишь, что-то какая-то тут звезда украшено, у него звездой, тут. Да. А Брисон есть там? 42! Шестерочку поставить. 42! Шестерочку? Я ставлю этому 7. Я 8 поставлю. Мне нравится. Мне тоже нравится. 7. Ну, прям шляк, как-то а вот ты... тепло от этого, не знаю. Шляпся. А ты сколько поставила? 6. 42, братуха. Да. 42, братуха. Опа. Ёлка, носки. Я бы там жил. Ну. Мишура белая. Просто у него white тема такая, знаешь, ну, стоит да. Везде все такое. Элементы белого везде. Ну, чистенько, прикольненько выглядит. Ну, да, кстати, реально. Фу, чисто, у Кирилл. У него кресло, как у меня, кстати, чекайте. Это фейк. Блядь, это пиздец. Это фейк. Такого не бывает, это какая-то... Да, это фейки 100%. Монитор второй кто-то спиздил. Место-то потерял. Мать есть? Заставила, наверное, может да. Убираться. Место есть. Ну, тут только один уголок. А, вот сколько атрибутов Нового года, столько и баллов. Три. Угу. Четыре же. Раз, два, три, а. Четыре. Ну ладно, три. Три балла ставлю. Я четыре поставлю. Я четыре тоже ставлю. Потому что челу обидно, он в аукционе у Кирилла участвовал, блядь, деньги. Да не факт, он смотрел его. А все, Кирилл, а нельзя, а нельзя, не. Ладно, меняйте на пять. Не верю. Ноль, блядь, баллов ставлю. Какие-то колбы от кальяна. Вот это как? Очень удобно работать. Как это он? Да. Это, походу, не кальян, Кирилл, это чел другим занимается. Я ноль баллов. Но слева это от кальяна. Угу. А там дырка еще в боку пробита у него специальная. Вот поэтому двухголовый динозавр, блядь. Кстати, Gravity Falls. И ни одной зелени нет, все, блядь, скурил. Ну и я чё, ставлю... жалости 2 балла ставлю. Я ставлю 0 баллов ставлю. Я ставлю 0 баллов. Фу, такие злые, я ставлю 2. За что вы просто захуяк?
За то, просто что, то, блядь, что мишура выпуска посередине. Ну да, блядь, а чё, гений, что ли? Думаешь, мы не распустим, да, за дурачков нас берёшь? Я, это настоящее один что-то балл, там? Один чисто из жалости. Это портал в ад. О май гад. Куда ещё из если песни? Если у меня на столе... Ё-моё. Потом. Это всё микрокамин потом какой-то. VR-очки, так VR-очки называемые. Вот это крошечки. Ну, такие из жалости реально можно один балл поставить. Ну, рабочее место, конечно, хорошее, но по-новогоднему украшенное, я бы, конечно, так не сказал. Но RGB-лента, вряд ли ты ее после Нового года снимаешь и такой, типа, ну вот, Новый год закончился, я ее снимаю, ведь не праздник же. Мне да, кажется, тут только есть одна вот эта мишура. Ну, елка, типа, вот, стоит, ее плохо видно тоже. Ну я два поставлю. Один балл поставлю. Членам! Так, Кирилл, а ты что поставил? Я один балл из жалости. Можно подписать из жалости. Вот. Да-да, они сейчас жалости подпишут. Да. А, Кирилл, тебе сейчас очень понравится. Мне это не нравится, это вообще. Столько по-моему, фотошопа? Это фотошоп. Блять, и вот этот фотошоп, я уже, он уже меня задолбал, вот это. Реально фотошоп какой-то. Пятый, прикинь, как он заебался вот это вот все выставлять. Он бы еще все телефоны, которые у него есть, вот так выставил бы там, не знаю... Он музыкант жесткий, смотри, и пианино, ну, и да, гитары. Да, да, мне вот там прям... Мне еще нравится очень просторно, я прям позавидовал mm-hmm ему. Если бы я да вот так вот сидел, это как у Кайсената, у него куча места сзади. В чате 0 баллов, у чела есть деньги, значит, ему не нужен кес. Ну да, ну, по факту. Ну, справедливо. И еще у него это... Я хотел себе вот такую Яндекс-станцию, она 40 плюс тысяч стоит. С экраном, а, это Яндекс-станция? Да, 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 да. Не-не-не-не, я обзор смотрел, говно полное. Там YouTube. Бля, мне понравилось, вроде прикольно. Ты YouTube, если там включаешь, ты не можешь из полноэкранного режима выйти, просто не можешь. Никак. А, но это залагало, оно может потом фиксанули уже. Ты чё? И кроме YouTube ты не можешь, это, не знаю, Twitch тоже самое поставить, ты просто не можешь. Там только YouTube есть и все. Это и так чуть-чуть далее жалко, это чуть-чуть жалко. Вот, за 40 тысяч нихуя нет там. Короче, за то, что у тебя Яндекс-станция стоит, это один балл. Блять, посмотрите, он настолько богатый, то что, блять, елочную игрушку вешает вебку свою, блять, как елочную игрушку. А я там вижу еще пачку сиг. Фу, курит. Блять, да он богатый. Фу, два балла. Бля, богатый чел, богатый. Два балла. Чел. Ну вы жестко набили. Я ему 3 балла поставлю, или... Не, я ему 4 Света балла поставлю. Да вы его вот всех кто... набили, но у него реально классно, это как-то все так нормально, украшено. Вот кто из жалости ставит, Кирилл, не ты, это Света. 5 баллов, не жалко его. Я 4 балла поставлю, вдруг ко мне придет потом подарить, если хочет Яндекс-станцию. Кирилл, ты что из жалости? Я ставлю из жалости 6 баллов. Нет, 7. Нихуя. Я ставлю 0 баллов, потому что из жалости уже поставили. Ну, это вот, ну, просто вот. А. Это его, он что, в офисе работает? Это майор КГБ сидит, вот он такой, типа, ну вот мое рабочее, ну, да, место, кстати, суки. Да. А теперь, блядь, поставьте мне меньше 10 баллов, я вас всех найду. Фотошоп. Подмышки мажет. Я ему 0 баллов поставлю за то, что он КГБ... О, ладно. А, как канул он, да? Как, да. Я думаю, что... Ну, это одна фотка, все? Да, да, это все. Ясно, мать повесила шторы, да, один балл. Мать повесилась. Блять, Кирилл, осуждаю. Два балла. Два балла, ну, мать повесилась. Нет, ладно, ну, как будто даже тянет на 4. Да вообще не тянет на 4, ну, блядь. Ну так, простенько, но прикольненько. Ну я 3, вот, наверное, поставлю. Меня привлекает вот эта вот залупня зеленая. Ну это гирлянда, крайняя, она, блядь, так никогда не скидывается. Гирлянда это никогда не снимается, блядь. Ну это факт. Вот это почему? Вот венок, это тоже, блядь, никогда не снимается, я уверена. Ну, вот венок точно, вот так вот венок оторви, и там это место останется, вот, вот след после этого. Прогоревшее такое. Да, 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 да. За что, блядь, 5? Вам на зло просто. На зло, блядь. Я 3 ставлю. Я 1 балл ставлю, 1 балл. Соня, 1. Жень, ты что поставил? 1. Бля, какие вы злые, ужас. Ладно, Женя, Соня, ты-то куда? Чё ты такая злая? Так, да потому что нехуй, сказали украшай, блядь. Ты, ну. Да, я сказал, да, да, блядь, да. Ебать. Это не что, компьютерный клуб какой-то, кальянка? Вот так вот. Смотри, череп, так. Женя, он тебя забайтил. Плюс 5 баллов. Сколько? Да не-не-не-не-не. Одна мишура у тебя, очень интересный синий свет. А, елочка где-то там, видно. Ну, 2 балла тогда, братанчик. Что-то у него высветился экран правый.
Бля, прикольное такое тут место. Дед Мороз. Место прикольное. Ну, комната вообще охуенная. Да, комната классная. Да, это что за стены? Дайте в сперме в какой-то. Интересно. Кстати, да, бля, можно дрочить сколько угодно, и мать не спали, реально. Гениально, на самом деле. А ты, Соня, думаешь, что это так происходит? После этого он просто... Ну да. Ветер вот так и пошел. Ну да, вообще так и происходит. Нет, фонтанчиком просто сразу. Да. А то он прям на стену кончает, оно остается, высыхает. Ну а видишь, салфеток на столе нету, как у всех. Да, 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 да. Как элемент декора, можно так сказать. Ну тогда 3 балла. Я согласен с Евгением Жраком Лунёвым, что это 3 балла, 4. Бля, Пук, представляешь, у нас, когда появится ребенок, ему же придется компьютер покупать, блядь. Это как минимум 1150 где-то. Чтобы он дрочил. И телефон там еще, окей? Ну, я планирую так. То, что я себе покупаю новый телефон, мой старый уходит тебе, твой старый уходит... Да-да, так и будет, так и будет. Опездало. Кирилл, а у тебя будет, вот как ты думаешь, первый, мальчик или девочка? Я надеюсь на мальчика, конечно. Мальчика. А ты будешь его нечаянно палить за дрочкой? Естественно, блядь. Ты прям будешь выжидать около комнаты? Воспитание в целях. Да нет, не буду я его пугать. Опездал Кириллович, блядь. Блядь, у него потом хуй вставать не будет, ёбаный серый. Потом вообще жесть. Потом он ко мне будет подходить и говорить: мамочка, а почему у меня писюн не встает, блядь? Почему батя за мной следит? Почему он следит за мной, что я дрочу? Следующая фотокарта. Сколько? Я 4 ставлю. 3. Соня, ты 3 сколько? 3 или 4 тоже, за меня там выберите. Я хочу ребенка, чтобы из меня вылез сразу, ну, лет так, ну, с 11. Соня, сколько баллов? 4 ставлю. 4. Нагиев. Мистер Фури Нагиев. Вот. Блин, вот эти столы, господи. Те, кто придумал эти столы. Я сначала боготворил вас и думаю, блядь, компьютерный стол, как же это охуенно. Я сейчас смотрю на эти компьютерные столы и думаю, блядь, какой же кринж ебаный. Как же это неудобно. Да, я очень хочу себе этот шар. В следующем году я себе куплю такой шар. Бля, давай, ты приедешь к нам, мы тебе его подарим. Ебать кубов! Ой, он что, типа мастер по этим кубикам? Смотри какой. Вот, дружище, которое ты скинул, вот ты, конечно, мастер собирать такие кубики, а вот такое ты, блядь, соберешь хотя бы, а? Он изичный! Нет, его хуй соберешь, бля, вот такое вот. Я его собирал. Вот так я сделаю, вот, собери, блядь, его заново. Соберу. Ну чё вы? Кирилл его пьяный собрал. Нифига, мальчик уже взрослый, в 11 классе, нихуя. Да, кстати, 10-11. Молодец. Есть чем увлекается. Поставлю ему 4. Ну, психопатия налицо. Mm-hmm. Все слишком убрано. Mm-hmm. Да, кстати. Да может их мама заставляет убираться? Ты не думал об этом? В 11 классе он уже маму нахуй шлет. В 11 классе, значит, с мамой еще живет. А мы мужа какого-то убираем или что? Ну, на 2 балла тянет. Ну, типа, 1 балл я ставлю. О, бля, за принтер плюс балл. А, я балла. Еще так хочу сказать. Еще то, что он, если у него есть время на убираться, значит, он плохо достаточно учится. На учебу ходит. Вот Настя пишет, я на 3-м курсе, меня мама заставляет убираться. Вот, видите? Ну, это позор интернета. Ну, это, блядь, ну, я ставлю 4. Сколько, блядь? Еще раз, сколько поставил? Вы на меня надавили, я ставлю 3 балла. 3, 4... Я ему 3, из жалости 3, тоже поставлю я 5 ставлю. Баллов. Я ему из жалости 5 баллов поставлю за то, что мама его пиздит, за то, что баллов. Просто по столу решила, что мать пиздит человек. Бля, прикинь, хватит Шерлока своего смотреть. Она прям в точку попала, и он сейчас плачет сидит. Будут очень крутая вот эта штука. А, люстра крутая. Какая-то украшенная тоже, да. Но люстра это не рабочий стол. Ну вот, как бы вот так вот. Ну, елочка симпатичная. Какой-то вот, RGBT. Соня, ты бутылки коли, которая пустая, веришь? Конечно, вот это. Если у нее донышко не отрезанное, я не верю. Да, я у меня тоже вот кока-коля лежит. Это значит признак нового года. За кока-колю ставлю балл. Бля, у меня нету колы. Я поставлю типа 2 за елку. Я ставлю 2. Ну да, 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 вот где-то. 1 поставлю, 1 не хочу за вами повторять. Почему? А я 3. Потому что я личность, блядь. Да, потому что я да. Потому что я да.
Ага, носок. Это правдоподобно, конечно, да. Про Шляхтикиной. Ни одной карточки, я попрошу заметить. Человеку нужна эта тысяча. А потому что он все потратил уже. Все карточки потратил. Я не верю этому всему, потому что мешает это все смотреть всякие сериалы и так далее. Это вот все убирается, прям моментально все убралось. Я уверена, что если он прямо сейчас сфоткает свой рабочий стол, у него этого всего не будет. Поэтому я 0 баллов ставлю. А прикиньте, вот у него типа вот этот стол стоит, а сама комната, я не знаю, там метров 30, блядь, просто квадратных, и диван в другом углу, блядь, просто чисто стол со столом и такая пустая комната, нахуй. Смешно. Я ставлю 5 баллов, потому что он мне задонатил денег. Чтобы ты ему дал роспись и вот это все, да. Да. Вот, это он, наверное, вот у него никнейм не Моргенштерн, да? Да. Нет, там справа Сигна, но будет он ставить Сигну с рандомным другим человеком. А, нет, там написано 42, братуха. Это для всех. Либо у него ник 42, братуха, либо... По-любому такой. Носок для дрочки. Я 2 поставлю. Я тоже 2 ставлю. Ну ладно, я тогда ставлю 4. Я 0 ставлю. А он обвел нам специально троечку, чтобы мы 3 балла ему поставили. Да, блядь, я 3 ставлю. Ой, вот это мне нравится. Так, Канкуса смотрит. Канкуса. Кстати, интересный факт. У него вот со временем скрина, скорее всего, не поменялось время на стриме. Да. Даже больше стало с тех пор, так что нормально. Клавиатуру одобряем. А вейп одобряешь, Кирилл, справа? Нет, уже не одобряю. Ну вот, значит, минус. Я одобряю вот это вот. А что это вообще? Это из аниме. Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки. Всем советую. Еще минус балл. Вот тут, кстати, для Саиси какие у него тапки еще какие-то новогодние, как будто. Я поставлю 4, тут даже балл. Значит, ноги потные. Да, воняют, значит. Если у него будет 1000 рублей, он провоняет все 1000 рублей. Вот. Да. Поэтому я считаю, что вот елка, мишура, зайчик и колокольчик. 1, 2, 3, 4. Я ставлю 3 балла. Все верно. Блин, вы серьезно? Я хочу поставить 7. Я ставлю тогда 5. Я 7 Давай. Поставлю. И у нас на двоих 10 будет. Смотри, как классно. Не знаю, мне понравилось. А ты что? А я сказала, 4 балла ставлю. Шлянчикс. Любимчикс. Ля, ну вот тут, честно, ну какой-то мажор. Ой-ой-ой. Пошел он нахуй. Вот, это вот, Костик Смерч. Ну вот так вот. Ну, у него прям красиво тут. Бля, ну вот эта штука это задняя очень красивая. Это вообще не Новый год. Не по-новогоднему оцениваю на почему? Даже, возможно, 10. А, блядь. Ну смотри, так, вот, внезапно. Вот, да. Вот. Ну, ладно, ладно. Ну какой? Бля, вот это неровное. Ну, кстати, хуйня, смотрите, проперданное кресло-то. Он не мажор, он хочет казаться мажором. Да, 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 да. Но это самое главное. Потому что мы в трусах стримим. И что? И жопы потеют, и мы двигаемся на них. Да, кто в шортах стримит, она не протирается. Чтобы кресло сохранилось, берете, покупаете подушечку, блядь, попочку. Вот, смотрите, его это потом берете и стираете, и все. Бля, что... и потом берете и нюхаете. Да, все, что связано со словами берете и покупаете, это уже сразу ван. Это ну, типа берете и покупаете. Да, а кресло за 70 тысяч или сколько? Ну ладно, за 30 тысяч, блядь, испортить нормально, да? Да за 15 максимум, ты че? Пуксик, ну, думаю, ты реально не хочешь взять и устроить вот из поджопной подушки скам? Аукцион. И потом просто новую такую же купить, еще полгода на ней просидеть и опять ее разыграть. Охуенная тема. Это халява просто, реально. Кто-то трусы продает, а ты вот подушку можешь продать. Ну и чё вы? Чё вы? Я ставлю данному экспонату целых 7 баллов. Я 9. Я тоже, я 7 баллов. Я 7 баллов. Хотел 3 поставить по-любому, блядь. Я здесь 7 баллов. Залупище луни, блядь. Хуйня на Nike, не Nike Jordan. Да. Вот. Мышка, супер. 3 балла. Я 4 ставлю. Вы чё? Мне нравится, я ставлю 6. Это мы прям один моник бан. Разогнались. Не, ладно, на самом деле 4 балла.
и этот. И кто? Мои соболезнования. Почему? Жраку потому что там розетка скоро взорвется. Блин, ну бедные люди, которые живут вот в той квартире, которая уже была давно построена, где розетки типа две штуки на всю комнату. Это, кстати, как Соня сказала, это поджопные. Ага, это уже чтобы менять их. Делают. А что это соли делают? А это уже сохнут они. Он на третьей сидит. А, во, я верю ему. Я верю, тоже верю. Это тарелкам. Тарелкам. Ага, тарелкам жрет здесь, значит, нормально. Угу. Это значит, хороший стол. 2 балла ставим. 2 балла мне кажется, тоже. Мне кажется, это хороший мистер стол, Пятерка был. Все-таки, да, заплатил? Хороший стол, 2 балла ставим. 2 балла. Хороший. Ну, балл. Я, да, солидарно, 2. Один. Соль, типа. И Дарна. Значит... Музыкант. Ой-ой-ой. Нихуя. Но МММ это у него, не да. считается, друг. МММ, вот да. так смотрю. Бля, я в свою комнату тоже хочу диванчик поставить. Это охуенная тема. Чтобы потом я на Бонгокамсе стримила, вот так вот повернулась. Кожаный, кожаный только диванчик, чтобы все можно было смыть потом с него. Ну, естественно. А, стойка для микрофона, просто мега респект за такую стойку, охуенная. Как она называется? Понтограф, понтограф. А, гирляндочка на ней и елка. Ну, 2 балла. 3 балла. Задрочится салфетки тоже лайк. Да, 3 балла. А наушники профессиональные Кирилл оценил? О, блядь, за наушники 6 баллов. Не знаю, я 5 поставлю. Я хотел, чтобы Соня повысила баллы, потому что у нее такой же кейс от компа. А вот. У меня такая же вебка, давай за вот. Это и повышу. Он еще и дрочит, типа, да. Что, заебись. У меня не такой же кейс от компа. Плюс, смотри, интересный факт, да, давай. То есть я Шерлока смотрел, скорее всего, у него есть друзья, что редкость. Ты что, рофлишь у него? Играет, да? Да, потому что 2 геймпада, бро. А-а-а. Видишь, блядь, нет, Шерлок? Нет, Поп, Шерлок. Ты тупой. Ты тупой. Потому ты что тупая! Потому что у него есть брат или сестра, блядь, дурачье. Ну то есть мы не рассматриваем то, что вообще теоретически могут быть друзья. Это мы не рассматриваем, поэтому я говорю, что у него... А ну-ка давай, включай Шерлока, брат или сестра, старший или младший? Я думаю, младший, я думаю, младший. Младший, потому что у него геймпады находятся, а не у брата. Да, потому что пониже монитор. Да, да, не хватило еще денег на кресло школьнику мелкому. Он стоя играет с геймпадами, да. Нет, я отменяю, потому что, ну, не было бы у чела такого микрофона и таких наушников, если бы у него был бы брат. Потому что если есть деньги на такие микрофоны, на такие наушники, значит, скорее всего, нет. В семье есть деньги еще и на отдельный компик для брата. Или на согласен с Кириллом. Смотри, Сонь, ты не шаришь, скорее всего. Ты вообще тупая. Это 2 разных геймпада. Один геймпад от Соньки, от PlayStation, а второй геймпад от компа. То есть он на компе играет одним геймпадом, а другим он на Соньку подключается. Кстати, тоже блин, верно. Это кстати, тоже реально, хорошо, тоже верно, да. Кто Шерлок, блядь? Кто сильно, Шерлок? Сильно. Вот так вот. Сильно. Блин, а что же мы еще можем понять? А он прям живет, баллы получается... следующий. Не, он живет, короче, во Владивостоке, потому что конкурс был объявлен буквально Кириллом вчера ночью, а он сфоткал, и у него за окном день. Смотрите. Бля, это тоже сильно. Это вот хорошо, да. Они могли еще утром сегодня кидать и днем. Ну что, кактуса да. Утром пересмотрел? Там 7 часов у кактуса написано, поэтому... У кактуса всегда 7 дней. Смотри, там... я хочу еще сказать, что, скорее всего, у него потные ноги вонючие. Почему? Потому что он, когда сидит за компом, видишь, батарея за компом, и ноги всегда потеют. То есть он уже хотя бы даже чистый, потом идет друзьям, а ноги уже воняют, потому что они потные. Это факт. Согласен. Все, мы раскрыли твою личность полностью. И его зовут Арсений. Баллы! Прочитан, нахуй, как книжка на лето, блядь. Прочитан, как дешевка. Баллы, 3. 5. Я ставлю 1 балл, потому что он от меня ничего не смог скрыть. 2 балла ставлю. Ладно, 3 тоже. Даже 4. Мне кажется, у меня музыка как будто заорала, нет? 2 балла ставлю. Так. У него нет друзей. Алло! 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 Ну тут такое, прикольчик, значит. У человека, я так понимаю, просто нет рабочего стола как такового. Но он нам всю жизнь уже рассказал, блядь, мне кажется. Свинья. Вы его будете как-то, ну, раскрывать, ребята?
Да, 6 баллов. Я могу сразу сказать, что родители не рассчитывали на ребенка, потому что в его комнате даже нет отопления. Отопление, поэтому пришлось покупать, блядь, обогреватель, чтобы он хотя бы не мерз. А ему сделали выбор, типа, либо стол компьютерный, либо обогреватель. Да, либо обогреватель, да-да-да-да-да. Либо есть. Да, либо еда, либо свинья резиновая, блядь, выбирай. Он такой, свинью резиновую. Бля, потому что ее дольше можно жевать, блядь, чел гений. Вот мусор у него тут еще. Это не мусор, это он в этом в школу ходит, это портфель его. Бля, это постельное белье, я думал, это пицца накидана на кровать, куски пиццы лежат, блядь. Ну, мне жалко его, жалко. Я чисто из жалости поставлю реально 5 баллов, потому что со спиной, скорее всего, большие проблемы будут, потому что сидит примерно на том же уровне, на котором печатает. Это очень плохо, соболезную. Накопи 300 рублей на Авито купим. Хотя бы бабушкин сервант, реально. Ну, скорее всего, тут в процессе переезда или в процессе чего-то еще, потому что, ну... Все есть, даже кресло есть, чтобы сидеть за столом, а стола нет. Это очень стола странно. В какой момент оценка столов стала вдруг битвой экстрасенсов? Блядь, это не экстрасенсов, это дедуктивный метод Шерлока. Дедукция. Посмотри, и это я посмотрел всего лишь 2 серии. Как бы... Подожди, ты с Кимбербэтчем смотришь? Конечно, да. Бля, вы не видели этот сериал, что ли, что? Вы раньше не смотрели? Пересматриваем, просто забывается и охуенно пересматривать заново. Шерлок, это тоже считается как новогодняя, так сказать... Да, да, да. Да, его же в Новый год все время, да. Его всегда в Новый год и смотрят, типа как Гарри Поттер, например, то же самое. Да, Свет, как Гарри Поттера, Свет. Ну, я Шерлока смотрела зато. Так, ну что по оценкам? Я ставлю. Гарри Поттера крутой. Я тебя завидую, если ты не смотрела Гарри Поттера. Она это, не типа, смотрела и не любила. У тебя открытие будет новое. Ты что, реально Гарри Поттера не смотрела? Я смотрела, но не все, но мне не очень. Ей не взошло, и она все скипнула. Блять, мне вот Звездные войны не понравились. Хуй-то, хуй. Жиза. Это шутка. 5 баллов. 5 баллов. 5 баллов. Это сейчас лидером будет, мне кажется. Я ему 4 балла за то, что бы да. Кирилл, твоя оценка? Что? 5 поставил же. Ты 5 поставил? Я 4 ставлю. 5. Чел пишет, за что 5 баллов, ёпта? За креативность. У чела нет стола. По факту. Так. Чтобы приятно выглядит. Монитором я не понимаю. Мы все помазаны в этом дерьме, в этих мониторах, да? Круто! 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 Но это же круто! Но тут не так я много этого не понимаю. Мне это не интересно. Но тут не так много от Нового года, на самом деле. Тут гирлянда, по факту. У него там этот, как его-то, вот на двери вот эта железяка, это что это такое? А, у него есть предсказание хорошее окно, на следующий это год. Окно, да. Ой, смотри, блядь, такая же хуйня анимешная, как у прошлого чела. Зайчик. Да. Есть. И противогаз из школы спиздил. Согласен. Вот это молодец. Вот за это еще балл накину, поэтому 3 балла. Я 3 балла за противогаз чисто скидываю. Просто за противогаз и поебать на эту гирлянду. Я 4 ставлю. Ну, потому что тут мало от новогоднего, на самом деле. Да. Блять, да тут 1 ставить можно смело. 1 ставлю. Не, почему-то все равно приятно, уютно выглядит. Ну, да. Поэтому, да, хотелось бы 4 балла поставить. Хорошо, за клавиатуру, как минимум, как у меня. 2 ставлю. Молодец. Так. Молодец. Угомонись, перо. Я не знаю. С Новым годом. Ну. 1 балл. Скип. Давай дальше. Я ставлю 2 балла за то, что он симулирует вьюгу, видимо, в себя. Вот такой ему. Может быть, он живет в Сочи, и там жарко, и он хочет симулировать. Ветер. Я ему бальчик ставлю за то, что у него специальная штучка для дрочки. Вон, видите, вот эта смазка. Вон, смазка для дрочки. Вон. Справа? Вот это, да. Это смазка для протерки монитора. А еще у него, опять же, проблемы с насморком, постоянные сопли, потому что у него сзади риностоп какой-то. Смазка для протерки, для телефона, для монитора вот так, блядь, выглядит. А это выглядит как смазка. Ну, только такая соль, конечно же, других вообще смазок не существует. Других нету, только вот так выглядит. Так, ну да, мы что, декодим чела?
У него, скорее всего, зависимость, да, то есть, да. Если он не будет этим риностопом капаться, да, то да, он, у него будет постоянно заложенность, это его будет бесить, надо лечить. У меня, кстати, полгода была зависимость, только избавилась, прикиньте. Бля, у меня года три такой хуйни было. Значит, курит, курит, но... потому что зажигалка розовая, одноразовая, значит, денег не очень много, на нормальную зажигалку не хватает. Но, покупает, возможно, эта зажигалка дороже, чем ты думаешь. Почему? Потому что, возможно, внизу зажигалки что-то наклеено черное. Интересно. Задумка, да. Интересно, конечно. Пишут, он свечи ими зажигает. Какие? А, да-да, свечи. Да-да-да. Вот так вот. Искривление правой лопатки, прям видно. Потому что вот эта рука, она на клавиатуре нормально, а вот это вот как-то вот так, то есть искривление правой лопатки 100%. Я единицу ставлю, только Кирилл двойку поставил. Я единицу ставлю. Кому, вот этому? Да. Я ставлю ноль. А, ну все. Почему? Блядь, ну, короче. Кирилл тут сидит, душнит сейчас и говорят, Соню душнило. Охуенно, блядь, спасибо. Блядь, это Кузакат, блядь, Соня, вообще не обращай внимания на чел, у которого никнейм Кузакат, блядь. Ребята, кто пишет, то, что там наверху, они в разбой, короче, некоторые тут. Не по порядку, как бы они были в чате. Да. Вот если я хочу быть сегодня душнилой, поэтому я буду душнилой. Сейчас, смотри. Если бы сейчас была оценка рабочего стола Соня. За окном. Блядь, всегда по три, всегда слева. Вы заметили? Дедукция. Опять мандарины. Mm-hmm. Ебучие мандарины. И всегда их три. И всегда они слева, блядь. Да, это пиздёж. Пиздёж. Включаем дедукцию, ребята. Короче, это толпа людей. Это толпа людей, которые передают друг другу три мандарина, чтобы сфоткать рабочее место. Не, у меня другая дедукция. Не. Почему это фейк? Потому что я, когда хаваю мандарины, я кладу их на правую сторону, потому что я правша. Да. Вывод, либо он левша, либо нет, это постанова. О, потому что мышка я кладу слева, нахуй. Да, посмотри, у него мышка направо лежит, так что он правша. Значит, он пиздобол, блядь. А еще он точно школьник, потому что портфель справа. Да. А еще он не допил кофе слева и оставил его остывать, и потом оно превратится в заплесневелую хуйню. Ну, я эту, да, тему знаю по свете. Да, да, да. Скорее всего, он тупеет с каждым днем, потому что раздатчик Wi-Fi, он на уровне мозга. Да. И вот эти волны, они отупляют. Надо его. Было ему кактус поставить, потому что только кактусы и спасают от этого да, всего. Да, да. А еще кактус притягивает много денег, к примеру, и заставляет стримить там типа по 10 дней. У него неплохо денег, я бы сказала, потому что вот эти, видите, свечки, которые там наверху, это вот это ароматические свечки, они дорогие. Дорогие, правда. Для секса, скорее всего, секс есть. А еще он мог себе позволить купить целую коробку Рафаэла, тоже дорогое. Возможно, подарили. Блядь, кто дарит сейчас Рафаэла? Возможно, подарили, реально, потому что, знаешь что, стоит по центру на самом главном месте Рафаэла, то есть он гордится тем, что у него есть Рафаэла. Скорее всего, это даже пустая хуйня. Не пустая, там нитки с пуговицами лежат. А, блядь, или такое, чтобы зашивать носки старые, уроды. Значит, он вообще нищий. Нищий, реально. У, нищий. Все, блядь, ну тогда, поскольку ему нужны как бы деньги, поскольку он нищий, он собирает пуговицы. 10 баллов. 10 баллов. Я ставлю. Да, привела нам дедукцию, блядь. 2 балла ставлю. Я ставлю 5. Я 2 балла. Куда? За что? За это. 2 балла я ставлю за то, что тут всего лишь... Я снижу до 6 из жалости. Я из жалости снижу до 2. Да, 2 балла. Я тоже. Я тоже тогда до 2 снижу. Я тогда ставлю... Сколько я поставила? 5? Да ладно, пусть будет 5 тогда. Вот тут у меня уже, плюс 2 респекта, ребята. Гусь и кошка. Ну, просто у меня как бы... Во, это тоже я подарил друг гусь. Есть. И шалости к нищим, неважно. Вот, гусь, кошка. Красиво. Она еще и выебывается, урод. 3 балла можно поставить. Значит, это одна из самых дешевых видеокарт. Я просто себе такую тоже хотел купить, поэтому знаю. Вот так вот она выглядит. Вот. Но поскольку я не нищий, я себе купил подороже. Сказано сосать. Значит, чел еле накопил на эту видеокарту. Почему? Потому что больше за столом у него ничего нету. Ага. Только кружка. Кошка бедная худая, значит, кормят ее. Она маленькая, это котеночек, ты посмотри.
На кресло не хватило, сидит на гусе, блядь, тоже какая-то странная. Чисто табуретка и гусь. Блядь. Ну тут, блин, я не знаю, тут гирлянда, гусь и все. Ну да. Три балла. Ну так выглядит. Два. А, ну да, 2 балла, точно. За кошку еще балл, 3. Ну, 3 балла, интересно. Мне по цвету как бы подходит компьютер к... Нахуй, да. Ну, я 4 поставлю, не знаю, все равно как-то. Вот эта фоточка такая, новогодняя около. На рабочем столе. Кирилл, давай так, если мы с тобой ставим по 3 балла, мы всегда ставим ты 4, а я 2. Почему? 42, братуха. А, ладно, я понял, 42, братуха, реально. А ты знаешь, какой регион у Саратова? А ну-ка. 64-й. И надо, знаешь, как показывать? Так! 64, братан. 64. Ну, типа, ты показываешь 4-2, а можно вот так, 64. Понял? Бля, нихуя ты гений. Бля, ты знал про умножение, типа, на 9? Нет. Смотри, вот так делаешь. Угу. Вот, давай, ну, 9 на что умножаем? На 40. Значит, на 4, допустим, да? Так. Загибай 4-й палец. И получается 36. 3, 6. Фука, я тебе, знаешь, как скажу еще получше? Знаешь, как я тебя научу еще легче, блядь, чтобы пальцы вот так не считать? Не, так это я знаю, просто это интересный факт. Ну, на десятку и вычесть. Просто на 10 умножь и отними ту цифру. Да. Это для долбоеба. Это надо 10. Умножать и отнимать. Блядь, 4, это просто нолик добавляешь и отнимаешь четверку. Это долбоеб, для долбоеба. Это хуйня. Алло, что у вас тут? Давай, что, вот это а, я ставлю сразу 6 баллов. У тебя школьники оценивают столы других школьников. 6 баллов я ставлю. Потому что мерчик покупал? Ну, потому что у него еще картина с этой долбоебской, этой пчелой, нахуй. Это вообще что за пиздец? А еще он клей нюхает, смотри, клей стоит, бутылка клея, блядь. Да? Ну он что-то руками, смотри, делает. Блядь, у него еще нахуй, как у меня этот нож-бабочка, блядь. Плоскогубцы, как у меня. Есть карточка, покупал мерч. Вот, значит, в принципе, есть деньги, но, скорее всего, у него сейчас отопление не работает, потому что греется от термоса. Да, тоже такое наблюдение. Ага. Экзистенциальное. Короче, 6 баллов. Подсосался неплохо. Я, у него, значит, батарея, как у меня, подоконник, как у меня, блядь. Вывод, это я. Это я вообще, вот. Я ставлю 3. Я тоже 3 ставлю. 63, братуха! Сонь, ты чё? Сонь, ты чё? Сонь расстроилась вообще. Сонь, на кого ты обиделась? Тебя не слышно, Сонь, ты далеко. А я не на кого обиделась, говорю 3, блядь. А, 3. А, ну ты далеко сидишь, и Дискорд забил на тебя хуя. Да, это мой микрофон. Ребята, как вам идея? Я вам открою какую-нибудь смешную картину, ну, вот какую-то смешную фотографию, пойду пописью, а вы будете, ну, вот это дедукции, как бы. Угу. Хорошая идея. Давай. Отлично. Давай, итак, дедукция. Расшифровываем, что за чел. Сейчас, подожди, я давай, где одна фотография будет? Этого? Слушай, значит, человек определенно любит шить. Да. У человека определенно нет интернета, он не знает, что такое. Нет, он учится на дизайнера какого-то одежды, 100%, я уверена. Ну вот у него, смотри, слева, я так понимаю, он обувь шьет. Я предполагаю, что этот человек... Я не вижу ни одного атрибута, который появился бы после 18 века. Подожди, а вот эта зелененькая картоночка, на которой как бы чертить? Ну это, ты думаешь, она не могла бы появиться в 18 веке? Ну так там, блядь, типа... Блядь, а вам не кажется, что это престарелый какой-то человек реально? Блядь, это реально бабка. Дед Тихон. Это дед бабка. Баба Дуся. Это бабушка какая-то. Баба Дуся. Баба Дуся. Да, скотч, ну, наверное, 19 век. Давай так, бабушка, да, скорее всего, родилась в 19 веке. Угу. Она застала Ленина. Рождение. Да. А зачем, вот, интересно, вот эти кружки вырезались? Для чего, интересно? Какие подумать? Кружки? Какие? А вот эти вот, как, блядь, лепестки или что это такое? А, это выкройка под обувь. Мне кажется, это делает обувь. Делает она, в принципе, обувь делает, да. А наверху молот Тора лежит, смотри. О, да, кстати, тоже да. Интересный это факт. Косплеер, это косплеер. О, бабушка косплеер родилась в 18 веке. Да. Что, вот, все нормально?
Да, ставим 10 баллов. Это которая без оценки, это буквально, ну, типа, рабочий стол. Ну, он буквально рабочий. Так. Так, о, хороший. 2 балла ставлю. Вот, такие вот фотографии есть при разном освещении, значит. А, нифига себе, ну, у него неплохой, кстати, коврик, бля, коврик охуенный. Ну, вот так вот, да, тут. Ну, вот это я вот понимаю, как такая. Меня смотрит анимешник? Да, столик не вот как у него устроена жизнь, что он такой посмотрел аниме, потом включает меня, где я каждый день говорю, фу, бля, аниме говно. Так он смотрит на аукционах тебя, то есть он просто вот эти моменты, он ждет, что будет аниме дальше, понимаешь, что оно выпадет. Смотрите, я сейчас украшу свой рабочий стол в новогоднем стиле. Все. Ну я говорю, 2 балла тут только за... Да, не, но это реально тянет на 1,5 балла. Не знаю, я 4 поставлю. Ну, тут что-то есть такое новогоднее все равно. Угу. Жень, ты что поставил? 2. Ага. Он деньги на носкам вкидывает, чтобы аниме выпало. По-любому да, и прикольно то, что редко выпадает, короче, это аниме. И он такой, я официально обворовываю просто анимешников, чтобы у них закончились деньги, и они умерли от голода. Это мой план. Бля, какой ты жесткий. И рисковый всегда соской, как младенец. При этом сам смотрит аниме, говорит, как я люблю аниме и так далее. Да, да, он всегда это будет отрицать, Сонь. Всегда. Но все мы знаем, что Кирилл этот... Анимешник, блядь, еще то, да. Мы не слышим. Хититео, хититео. Не понял. Значит, я хочу сказать то, что у человека проблемы с горлом. Вот, или с ушами. Почему я это угадал, да? Потому что вот есть доктор, ухо, горло, нос и глаза, это все одно и то же связаны. Да, вот, а у него проблемы. А у него одновременно проблемы и с глазами, и с носом, нахуй, и, скорее всего, еще, возможно, проблемы с эрекцией. Просто я сейчас там прочитал. Кстати, у него денег на ёбке не хватило, поэтому он кактус решил свой украсить. А ты решил, что у него проблемы с глазами, потому что у него, ну, кресло так далеко от компа стоит, и он вот так смотрит? Именно, не по очкам на переднем плане, а по... Потому что, не, скорее всего, у него еще руки, очень длинные руки. Они вытягиваются. Плюс я предполагаю, что у него правая ступня отличается от левой, потому что он ходит боком. Потому что очень узкий проход к компьютеру, и он входит постоянно боком, и у него из-за этого искривление ступней происходит. А я знаешь, что я тебе скажу, Пук? А то, что у него проблемы не из-за того, что он боком ходит, а все время ударяется об уголки. Да-да, скорее всего, левый мизинчик у него просто уже отсутствует. То есть там просто большая мозоль. Итак, смотрите, длинные руки, плохое зрение, ходит боком. Он краб. Да, и скорее всего, прекрасный жених. Да. Он краб, все. Да-да. 1 балл ставлю за то, что тут 3 украшения, блядь. 3 украшения, да. 3 балла. Смотрит кухню. Я ставлю 3 балла. Еще, ну, я вот как бы, да, я хотела 2, но 3, потому что у меня ведро такое же вот тут стоит для мусора. Кстати, просто наличие ведра мусорного под рукой, это очень круто, поэтому 3 балла. Мы помним твои стримы, Кирюша, с этим огромным баком, блядь, сзади. Блядь, я его маме подарил, сейчас хочу вернуть, потому что в доме-то оно понадобится, реально. Там мусор вывозят раз в неделю. Не помогло. Поставили балл, да? Тебе даже не помогло, все равно была мусорка. А, да, у тебя было засрано все вокруг этого бака, блядь. И бак в том числе, блядь. Бак, блядь, горает, и вокруг тоже. Суки, твари! Блядь, тут у меня... Можно я таблицу покажу, модеры? Тут они просто тут смешно записывают, типа, я заебался их шизу писать, они опять хуйню какую-то несут. Я тоже заебался. Очень воняют. А ты можешь посмотреть, кто это написал? И анмодер. Нет, я не буду. Бля, жал. Они там смешные. Как, вам показать, как рыбка слышит? Давай. Покажи. Я это вчера слышала. Кирилл, а у тебя это ведро для мусора? То есть у тебя буквально, типа, ну, мусорное нет, ведро? Нет, это нет. Ведро, оно специально, чтобы шуметь. Это ведро для контента, чтобы он выходил да, и это контент швырял его. Это вот как люди покупают хромакей, там еще что-то, я покупаю ведро. И вчера у меня было невероятное открытие, дамы и господа, хочу продемонстрировать. Сувенирный вибратор. Так.
И теперь представьте, что будет, если их два там будет. Давай, разве? Давай! Охуенно. Охуительно. Я этому столу, за вибратор ставлю 2. О, блядь, реально. Так, ну я разочарован в этом микрофоне. Ёп. Да, микрофон полная хуета, блядь. Фифне какое-то, непонятно. Фифайн, короче, микрофон. Прикольная тоже новую Яндекс-станцию. Интересно то, что она стоит, по-моему, от 14 тысяч. Но при этом у него ни на компьютер, ни на монитор не хватает, чтобы вы заметили, это телек. То есть очень интересный такой сетап. Самое дорогое на столе. Телек, блядь, сидит, в компьютер играет. Ребята, да. Мне модераторы пишут, что мы за 40 минут 8 посмотрели только из-за вашей дедукции. А, давайте дедукцию отключаем. Давайте теперь максимально тупость, не дедукция, а тупость. 2 балла, блядь. 2 балла. На 2, да. 3, я 3 поставлю. Не, ставь 2, ставь 2. Ставь 2, пожалуйста. Я ставлю 4. Блядь, микрофон Союз, нахуй, как у меня. Так что, блядь, иди спрашивай, блядь, какой там, нахуй, микрофон, охуеть. Я ставлю 4, а Кирилл? 2 балла. Я 2 ставлю. Тоже 2. Так. Ставлю класс. Идем. Блядь, мне кажется, мы это смотрели, то, что мы же это видели. Да, да, да. Это было. Модеры, мы это видели. Модеры, вы уволены, кто это добавил. Вот это вот 50-е удаляй. Вообще тут удаляй. Тут уже не то, что зарплаты лишены, тут еще доплачивать будете. Так. О, холодильник. Вот этого, да, мне нравится. Это старый рабочий стол Братишкина, мне кажется, блядь, с этим креслом. И примерно в этом же как-то помещении. Я не понимаю, это распечатанная картинка или это... Нет, это планшет. Лежачий какой-то. Это планшет, типа. А почему он настолько цветной, прям яркий? Он цветнее, насыщеннее краски, чем на основном мониторе. Ну, планшет. Я ставлю 1 балл, потому что кроме Деда Мороза тут нихуя нету новогоднего. Я не вижу Деда Мороза, я вижу шапку, которая сидит сзади елка. А, вот еще, это гном, по-моему. Я ставлю 2 балла. Дед Мороз. Тоже 2. 1 балл. 1 балл. Это, короче, вот эти люди, которые... Вот это, да, мне сейчас открывать. Поставили, там, я не знаю, шапку вкинули, какую-то мишуру быстренько кинули. Это, ребята, благодарите Кирилла, что он вчера запостил, сделал пост, хотя его... Да все нормально, да, ну есть же хорошие Кирилл работы, ладно? Кирилл виноват. По жопе ему залупой вонючей, немытой. Сюда. Вот, смотрите, Дед Мороза-то. Из Макдональдса стаканчик. О. Xbox, фу, блядь. 2 балла. Ой, Согл тоже 2. Ой, 3 балла, плюс балл. Раритет. Ну, вообще, да, макдональдский стакан. Чилина! Короче, все поставили 2. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Нихуя себе, одобряем положение левого челобав? Монитора. Просто насрал. Бля, не, ну он насрал, реально. Ну, это вообще хуйня. Снял с елки, накинул, потом обратно. Еще вот. Бля, как он так удлинитель поставил? 0 баллов. Баланс. Короче, 3 балла. Ой, 2. Нет, 1. Представь, ебало модеров сейчас, которым... 3, 2, 1. Я ставлю, ну, пускай он накидал за 5 секунд вот это все на рабочий стол, но это более украшено, чем какие-то предыдущие рабочие столы, поэтому я ставлю 5. Ну, кстати, выглядит как будто реально так, поэтому... Ну, кстати, да. Я ставлю 0 баллов. Кирилл, ты сколько поставил? 2 балла. Ну, я меняю до 4, окей. 5. Теперь Света с Кириллом 42. Так. Татуха. Ты мою, блядь, видел? Твоя по сравнению, это пука. Ну, Сонь, ну ты, конечно, да. На, сорона. Маленький пацан с большим чилина. Давай, Сонь, теперь посоревнуемся. А, кстати, вот, он съел мандарины. Он как будто мечтал. О, единственный, блядь. Единственный, что-то 5 баллов ставлю ему. Ага. Santos coming. Блядь, мне очень нравится, как вебка половину экрана перекрывает. И наушники еще половину. Я 4 балла ставлю. Да, как будто бы 4 балла. Да. Ну окей, давайте я тоже 4. Соня, сколько стоила твоя татуха? 4 балла. Чисто на респекте просто. 40 тысяч. А моя 0. Нихуя себе. Кирилл, сколько? 4. Как и все просто. Справа аниме. Кирилл не увидел, поэтому мы ничего не будем говорить. Ой-ой-ой. Ну тут где Новый год?
Новый год, вот чуть-чуть вот. На люстре. А ёлка, 1 балл ставлю за ёлку. Да, 1 балл. Сок. Но очень уютно у тебя, дружище, да. У тебя прям хороший правда. Рабочий стол, прям. Если бы мы не оценивали к Новому году, то было бы... Да. Да. Короче, ты вот держишь в чистоте и держи. Блядь, даже не надо Новым годом засирать. Всё, что вы вот, что 1 балл. 2 балла. А, две штучки поставил, блядь, 1 балл. 2 балла. Ну, я 2. Ардор Гейминг из 10. Бородор Гейминг? Бородор Гейминг. Такая красивая, без негатива соси. Чел тебя похвалил, Сони, и сразу же обосрал. Вот такое. Плющ какой-то, плющ. Бля, что-то начали форсить эти мониторы вертикальные. Они как будто, знаешь, Кирилл, это было скидано давно, но они как будто нас слышат, и чел такой, ага, мандарины да, съеденные да, надо реально. Класть. Положил. Рекомендации подстраивает. Да, да. Типа, монитор, за монитор балл добавил развернутый, я тоже так сделаю. Но тут зелень какая-то и лампочки. Я думаю, что 2 балла. 0 балл. Я 1 поставлю. Кирилл? 1 балл. Может, он программист? Скорее всего, программист. Скорее всего, нет. У него очень много звукового полотна прям перед лицом и слева было. Он рэпер. У него там текста очень много. Рэпер. Рэпер. Скорее всего, переводится как насильник. Скорее всего, он у него был. Что это за каморка Гарри Поттера, блядь? А. Пам-па-па! Ну чё, хотя бы посмотреть, украсить вам. Нехуёвый монитор сверху, разъёмный. Да. 2 балла. Мне кажется, не, я смотрю побольше все-таки у него украшений, видите, он шарики ну накидал. Ну да, он пытался, я 4 поставлю. Я тоже ставлю 5. 3 балла. Мы с тобой такие похожи. Давай 5, Пок, будешь вонять. Можно немного дедукции добавить. А, вы не успеваете, я поняла, тогда немножко дедукции добавляем. Дедукция. Бля, вы не успеваете 4 цифры написать? Блядь, реально гений, ёбаный. Не кричи на них. Мандарины, блядь, опять Дед Мороз крутой. С левой стороны, вот. С левой стороны мандарины опять. Угу. Носочек вот. Носок воняет. 2 балла. Воняет, скорее всего, 100%. 2 балла. А что вот это? Ставлю вот 2 балла. Подожди. А это из зайчика сова. Это из зайчика сова пришло. А подожди, оно где-то нарисовал или как? Нет, это, ну, зайчик, это ты бабай. Помнишь же, зайчик, там сова это была. Я помню. Это вот. Бабай. Это бабай. Бабаечка. Юзу дедукцию учил Фимос. Я ставлю бабай. Тоже бабай ставлю. 2 балла. 2 балла. Да ну, не, ну ладно, чел молодец. Не знаю, я 4. 4, Светочка. Блин, мы с тобой так похожи, блин, дай 5. Блин, да. Подсосались, суки. Кирилл, ты что-то поставил или я что? А, вот сколько он пальцев на одной руке показывает, столько баллов. 5. 2 балла. 8, короче, да. Так. О, тут что-то такое. Баба. Да прям. Так, ну ой, вот черно-белые вот. Дни, черно-белые сны. 1 балл. Ну, тут украшения, ну, да, как бы. Ну, ёлка, да. Ёлку поставил, и то выглядит, как будто это Озон, 350 рублей. Из жалости добавлю балл, чтоб, может быть, рассчитывал на 1000, потому что видно, что нищий. 3 балла. Попросили дедукции добавить. Бля, это ужасно. Фейк-подарок, смотри, значит, фейк-подарок. Ему подарок не подарили, и он каждый раз радует себя. Да, он просто взял, что это, коробка шоколада, замотал. Да, съел шоколад, туда фантики сложил, скомкал, ну, как бы, видимость 100% шоколада. 100%. И каждый год делает вид, что ему это подарили. Кстати, и хорошая идея. Пакет целлофановый чисто под монитор положил такой вот. Лежит у меня пакет целлофановый. Это я купил, пожалуйста. Много подарков. Это типа пародия на снег, скорее всего. Ну да, кстати, да. Это пакет целлофановый, чел. Да, надо вату, братан, вату. Но вата стоит на 14 рублей больше, поэтому... Короче, 4 балла челу, чтобы был шанс на 1000. Да, 5 баллов челу, чтобы был шанс на 1000. 4. И вот тут такое сомнительное, потому что рабочее сомнительно! Место... Сомнительно! Но окей! Ну вот просто оно братан, же типа давай. Не на столе. Тут давай. Пук, передай 5, Жень. Свет, передай, пожалуйста, через Пука. Давай. Я с другой стороны. Да Свет. Я сначала мне забрать надо. А, ну забирай. На, так. Вот теперь отдаю. Спасибо, брат. Да, братан. 5.
Я ставлю данной композиции. Я не понимаю, где у него. Как он? Левитирует у него еда или что это? Ну там что-то, не знаю, что-то какой-то стол другой. Левитирует еда. За магию ставлю 4. Что такое магия? Ну, блять, а как у него еда левитирует за столом, блядь? А. Смотри, у него в удлинитель втыкнут тройник, а в тройник блок, блядь. Он себе гору, блядь, поставил. Позор из 10, блядь. Я 4 поставлю, не знаю, четверка будет такая. Ну. 3 балла. Я 2 ставлю. Жень, ты сколько? 4. 4. Так. Чай Гореник найдет свой рабочий стол, пришлет мне свет, я тебе скину, покажешь пример. 2 балла. Значит, новогодний рабочий стол. Нет, 1 балл даже. Нет, там я на экране 2. 3 балла поставлю. Я тоже 3 поставлю. Я тоже 3 поставлю. Я Трю тоже 3 поставлю. Ну, симпатично, но елка же не на столе, как бы такое. Убери этот ебучий молоток у себя со стрима, заебал, блядь. Почему всем нравится меня бить? Пиздец. Ой, ребята. О. Блять, 0 ставлю. Не понял, ты против верхнего или нижнего? Не, мне просто не нравится компания на Nintendo. Да, я тоже, блять, вот это Nintendo тоже... покупать, это только долбоёб. Где Nintendo? А, бля, 0 ставлю. Поэтому я думаю, реально 0 баллов. А, мне футболисты не понравились сверху. Слушай, вот. Ну, за ФК Ростов просто желто-синий самый сильный, в принципе. Mm-hmm. Тоже. Mm-hmm. Сильно. Вот непонятно mm-hmm. даже в какую сторону, как бы. Mm-hmm. А что это у него на. Вот если на хотите, мы можем это скипнуть просто. Я зачем? Думаю, с Божьей помощью он все равно найдет 1000 где-то. А что у него за штука? Это датчик от дыма или ловушка для тараканов на стене? Где? Вот что это? Около монитора, вот. Слева от монитора. А, вот это? Бля, да. Какое чувство, что газовый какой-то распылитель какой может. Знает. Газовый распылитель. Я тут 0 баллов ставлю, хуйня полная, не стоп. Я поставлю 1. Ну вы сколько ставите с Женей? 0 баллов. Ну вот. Я ставлю 2. Ну какая разница, он все равно я внизу где-то будет. Вот оцените, пожалуйста, рабочий стол человека, который совсем не готовился к празднику. Да. Так не могу. Назад, вот. Ну вот типа, ну разве это не новогоднее настроение? Ну посмотри, это Игоринисовское, вот это 3 года назад. Ну это да, это 3 года. 3 года назад. Ну посмотрите, какая красота. Да. Да, красиво. Это да. Правда. Ты так и скажи, потому что хочешь ему отсосать. Ну что ты подлизываешь? В смысле хочешь? Я уже. Я осуждаю там подпись, которая есть. Где? Ну там была подпись, там котенок может сгореть. Мне не нравится. За подпись я тебе много баллов не поставлю. А, типа, если не поставить много баллов, то сгорит котенок? Да. Это котенок манипуляция. Да. За манипуляции я на тебя порчу делаю, порчу, чтобы у тебя сгорела твоя видеокарта. И кошка. И кошка. И кошка, немножко. Теперь... Жди, когда у тебя сгорит видеокарта. Нет, ну вообще у него симпатично так-то. Там и елочка стоит. Да что симпатично? У него мать опять повесила этот штор. Ну да, ну да, окей, ладно. 3 балла. Как вам вообще имя Света? Света — потрясающее имя. Нормальное имя, хорошее. Я прошла афганскую войну. Не понял. Ну мем, типа, я прошла афганскую войну. А при чем тут Света? Ну, забей. Покажи ВК, Свет, вот Фараевский в 19 году тоже. Вот, а просто, вот, ну, вот, чистая, ну, просто, а чё они вот, ну... Ну, да, ну вот, ну это 19 год могли просто... бы считать час скинуть. Можно это, ну, последнее, покажи. То, что я в ВК захожу? Да, больше не буду, больше не буду. Больше никогда не заходи в контакт. Просто чтобы люди вообще как бы, ну смотри. А? 3 мандарина, кстати, не съеденных. Опять 3 мандарина. Блять, опять слева, сука. Это вообще, блять. Конечно, нахуй. Это какой-то у них фетиш. Да, да, да. 3 балла ставлю за 3 мандарина. Ебать. Короче, предыдущее, что я поставила 3. Кирилл, ты что поставил, то, что синенький свет такой был? Да это, блядь, нахуй. 2 и 2. 3, 2, 2, это 3, 2, 2. Ёбаный рот. В бане стримит. Банька. Нихуя парень, у него прям вырезанное окно, чтобы сидеть. Да. А, это кровать еще сверху. А, ты думаешь? Ну, да, да, я тебе говорю. Ну, не, прикольный это домик. Вообще...
Это вообще картина, как бы вот это все, ну, фотография развернута на... Дикая львица, ты моя царица. Ладно. За дикую львицу 3 балла. 3 балла. Блять, хватит читать мои мысли. Соня, 2? Дикая львица. Туалет Шрека, блядь. Рил, рил, рил. Меня куда-то тапать начало, блядь, что происходит? Once told me the world is gonna roll me. Нет, 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 с этим, с басбустом своим вот этим, который ты пел Гарри Поттера. Красиво. Вот. И вот. Ебать. У него какая-то специальная под ёлкой. А, это ёлка специально стоит, чтобы кот не залезал. Чтобы кот не залезал, это я шарю. Ну, слушайте, достаточно красочно, ярко и новогоднее. Я ставлю целых, охуеть, 4 балла. Нет, на самом компьютерном месте, так называемом, ничего вообще нету, если вы не заметили. Шишкин лес там стоит. Ну вот, поэтому 2 балла. Один даже, нет, один. Шишкин лес, это значит что? Это ёлки. Ёлки это что? Новый год. Бутылка Шишкин лес, это балл уже. Да. Пизда. 1 балл ставлю. Я поставлю 2. 4. Somebody was told me. Так. Так. Учеба. Ученик. Учиться. 2 балла. 1 балл ставлю. Там еще 4. Вторая. Ну, 1 балл. Ну, 1 балл, ну, ну типа... Ну, да. Не, ну, ладно, да. 2, ладно, 2. Тетрадками украсил. Не, стол, я 2 заебись. Поставлю, потому что вот интересно, присобачен стойка для микрофона как-то сверху, или что это вообще? Да, да, на да. Комп ее как-то поставил, странно. Что ты... Так у меня также боксик микрофон стоит. Шляксик. Тогда 1 балл. Да, 1. Давай, давай дальше. Кирилл, вот тебе нравится задротище Луни? Не, я его ненавижу. Почему? Мне не нравится его никнейм. Первая часть или он вторая? Да, первая. Как будто украл. Да. Тебя, ну сейчас вот. Рита, тебя сейчас Рита боксбом заебашит. Кто это? Это его женщина. У него есть женщина? Да. Вон она в чате. С этим никнеймом. Кот аварит. Удивление такое. Так, ну что, я... вот. Ну, 23 градуса. А, нет, 3 балла. Кто-то, кто из вас 2 поставит? Я 2 я поставлю. Я 3. Я градус. Я ставлю градус. Я 4 поставлю. Ну, у него, опять же, вот, ну, олень и все, и елка. Да, и ну все. Вот масочка еще. А, ну масочка, ладно. 4 балла. 3 балла. Окей. Сомнительно, но. Окей. Окей. Сомнительно, но. 3 Соня поставила. Бля, они на меня орут там. Суки, мое имя орут! Суки, мое имя орут! Тапка, Милка, пистолет, сожранные все конфеты, этому верим. Верю. Бля, этому там верим. Степа есть? Там девка наверху, Свет. Сиськами. Где? Убирай картинку, там сиськи. Правильно. Оп. Я не вижу сиськи. Я думаю, 1 балл можно поставить, то за сиськи голые 3 балла. Не, если да. Что-то подсунули, то я ставлю 0. Я просто до сих пор не вижу. 4 балла за сиськи. 1. 4. 4. Чат, вы шарите, как я с двоек и троек перешел на одни четверки? 4. Ну тут тоже что-то так, Новым годом. Аленки, совы, 24-й год. Ну слушайте, нормально, ручка. Тут даже сосули есть. О, даже мажет подмышки. Скорее всего, не воняет. Пожрал и оставил. Красава. Блять, а вот эта шишка, смотрите, вот эта вот игрушка, блять, и очень, не просто так и не висит нигде. Посмотрите, да, да. Не висит, а это не висит. Это батон вообще-то. У нее кнопочка сзади, она заряжается такой зарядочки интересной. Это мы такое знаем. Мы знаем такое, мы знаем такое. Да, ну, слушайте. Смотрите, девочка 8 классе, девочка 8 классе, так что нормально. Как ну да, не осуждаемо. Не осуждаем. За 8 класс пополам делим 4 балла. Я поставлю 5. Ну, украшено тут много чего украшено. Украшено хорошо, да. Я 4 поставлю. Кирилл? Да это 1 балл. За кирилловское преднамеренное... Ладно, ничего не буду, а то сейчас меня тоже сожрут модеры. Ну я, блядь, не буду говорить. Да ну, блядь, ну тут тоже просто ёлка. Ну это пиздец. Ну да. Отсо Сити, город греха. Это самое не, ну, украшенное, ладно, что Отсо было, Сити. Понимаете? Остальное вообще ничего. Просто типа стол. Вот, блядь, без всего, без компьютеров. 1 балл.
2. Боже, Майнкрафт. Сонь. Лё, 1 балл. Среди... Вот, смотрите, тут вот какие ребята. Пусть Новый год приносит только счастье, здоровье. Тут, ну, по факту... Потому что 2 атрибута. Ну, да. Тут только и есть то, что украшено. Смотри, вообще ничего на столе нету. А, я 5 поставлю. Балла. Здесь 4 балла. Нихуя. Да, я ставлю тоже 6 баллов, потому что тут прям минималистичный стол, один огромный монитор, и вот у него все не мешает. Молодец. Да. Ставлю лайк тебе. И даже 6 поставлю. Нихуя. Молодец. Кирилл. 2 балла. Сука, тварь. А, три балла. 3 балла. Крутой чел. Сонь, очень. Ты чё, 4? 6 чили. Чили. Огури. Вот сколько огурцов, столько баллов. Ну, может, у него еще парочка в жопе, как ты думаешь? О, 3 балла. Я 2 ставлю. 2 балла. Я ставлю 3 тебе, брат. Я вообще не понимаю ни клавиатуры, ни... Да, вообще ни... непонятно. Не было. Он продал ее, чтобы купить огурцы. Это была PlayStation Gaming какой-то, блядь. Он продал, чтобы вот этот дождик купить, который... А-а-а! Вот это что-то... Да я жалость там лизбал. Это черемша. Вот так. Черемша! Спалил место нахождения свое, дурак! Да не, это фотообои, ты чё? О, Кирилл, смотри, наши оценки справа наверху стоят. Да-да-да, действительно! Я ставлю 3. Блин, ну подожди, ну я хочу... Ну тут что-то есть. Да, а? Вот как будто что-то есть в этом, но нихуя непонятно, но прикольно, поэтому тоже я ставлю 4. Да. Но оно насрано, но оно прикольно насрано. Не, да, знаю, да, я поставлю, да, 6. 4. Нихуя себе. Ну ладно, я тогда 5 даже поставлю. 3 балла ставлю. 42, братуха. 3. У меня 3. Так... И вы знаете, я даже верю, что это буквально рабочее место. А что там написано? Не вижу. Мой любимый стример. Еблан Баранов. Еблан Баранов, ага. Это Света фоткала, кстати. Гладильная доска охуенная. Блять, мышка разъеб. Нахождение мышки прям. И украшено, ну посмотри, все украшено. Вот. Блять, ну это, наверное, тянет на 6 даже. Да, согласен с тобой. Ну интересно. И 5 ставим. Я ставлю 7 баллов. И я 7. Нихуя. Ставлю. Ты, Жень, ты просто на 1 балл выше меня всегда пытаешься? Нет, стол нет. Покупает на этот косарь. Я изначально... Тогда будет хотел... неинтересно. Не. А если ты 10 поставишь, что я такой? 1? Да. Бля, вот это как будто тоже было или не было? 42, блядь, брат, как ты с этой штуки вообще что-то делаешь? 1 балл. Это в Макдональдсе сувенир, блядь, это не настоящий мобук. А, реально? А вот это? В Хэппи Милле продавали, да, дверь интересная. Да, это Хэппи Милс. Дверь интересной раскраски, пляж там просто, наверное. Ага. Думаю, что 4 балла. У него максимальный Новый год. Это вот после 31 числа вот идет, он просто вот после запоя не вышел, там у него еще алгебру надо делать. Игровой ноутбук. Это да, работает, да, реально. Не знаю, я поставлю 4. Почему бы и нет? Но ему косарик нужен для того, чтобы ноутбук хотя бы. А на стуле стоит бутылка. Чтобы поесть хотя бы. Отсылочка. Красава, мужик, ты лучший, молодец. Ну и чё вы ставите? Дальше, 4. Сонь. Соня. 1. Кирилл. 1. Да 1 балл, блядь. Да блядь, да... Бедный чел. Света очень добрая, она хочет всем десятки, блин, поставить, чтобы... И всем пусть, да, тогда даст, да, по 1000 рублей. Мы десятку, да, по-моему, вообще никому не ставили. Не, никому не ставили. Кирпич, охуенно. Облезут. 5. 2 балла. Кстати, смотрите, вот эта штука мне нравится, это делают классно. 1 балл. А, царапать? Да, царапывают, прикольно. А, я ставлю. А, блядь, это царапка. Ок, шаурму со мной не хочешь кушать? Ну нет, Фоксик, мне по диете нельзя. Как же ты его дразнишь? Да. Ну и что вы ставите? Я ставлю 2. Блять, вы все ниже и ниже. Ну а что тут за царапку? Я 2 балла поставлю. Я тебе поставлю 5, чтоб ты не грустил. Не знаю, ну украшено. Скоро на минус пойдем. Пивозавр, кино, еблан, мелшер. Блять, что это? Блять, вот слева прикольно. Я, да, тут не вижу ничего новогоднего. Согласен с Соней. А у меня одного, да, все залагало? Ага. Ну, 1 балл. Да, 1 балл. Ну ладно, солидарно. Соль.
Соня тоже ставит один балл. У него ничего там новогоднего не было. Один да. Вот но прикольный, стол такой прикольный был. Это кактус вот сидит. Два балла. Чуть-чуть уютненько. 4 балла. Нет, даже 3 балла. 4 балла. 3 балла. Я 4. Поставлю 6. Нихуя ты ну, начала завышать. Ну смотрите, он даже шампанское, он там празднует, елочка ну, есть. Блядь, как-то с ну если у него есть деньги на шампанское, значит ему не надо 1000. Да, я тоже так думаю. Блядь. Ладно. Кирилл всех так оценит. Если есть деньги, то не надо. Если нет денег, то и хуй с тобой. Вот так, блядь. Нет, ты понимаешь, в чем прикол? Он богатым, типа с красивыми столами не хочет давать косарь, а у которых хуйня какая-то, он им тоже не дает косарь. Он такой, да, ну, я один. Говорю. Ты нищий, соси хуй, блядь. Я не знаю, что тут новогоднее. Ты злой. Тут подарок есть. Нарезал вам это, апельсины, смотри, нарезал. Не слушай их, не слушай их. Вот. Ёлка есть, оценили. Я поставлю за находчивость 3 балла, потому что у этого медведя, скорее всего, отпали ноги еще в году, нахуй, в... 2003-м, да, или 2008-м, и он просто вот приделал какие-то похожие на ноги вещи. Так медведь инвалид балла. Чисто висит. Да-да, за находчивость 3 балла. 2 балла за кубик Рубик. 4. Я ставлю тут 1 балл. Он еще не родился в 2003-м, ну тоже правда. Какой 2003-й, Кирилл? А, блядь. Ну я просто... О, ладно. Художник. Вот это я что-то видел. От такой. Слова худо. Интересная слово розетка, хуй. Зацени. Да, это лампа. Это лампа, видишь, он себя освещает, нужно рисовать. Не, ну прям художник-художник, но из Нового года только мишура это синяя. Я ненавижу вот, синий вот цвет. Вот тут вот еще мишура. Два балла. Синий цвет только долбоёбов. Это, блядь, факты. Алиса, синий цвет. Я поставлю 4. Я поставлю 1 балл. Соня, как же ты их ненавидишь всех? Ва. Слабо выше 3 поставить? Сейчас. Кто? 4 балла. Это было, по-моему. А, нет, ладно. Они так, у человека есть живут. Деньги, потому что вот эти наборы на полках, они стоят от 30-ки. Ебать. Ну, у него нет, у родителей есть деньги. Да, мажор, пошел он нахуй. 1 балл. Все просит у родителей. Коугар вот этот. Да, да, да. Я тут поставлю... Блять. Ну, 3 балла. 1, 2, 3. За 3 атрибутики. Да, да, я тоже так иногда считаю. Просто у них вот чуть-чуть мишуры, елочка стоит, и все. 3 балла. Ну, согласна. Ой, так. Осталось, ребята, 5, по-моему, или что-то около того. Yeah! Знаешь, почему 5 осталось? И смешные. Потому остались. Что с нами 5. Еще остались смешные. Я вот не знаю, если вы захотите кого-то из них оценить баллами, то окей. Приз зрительских симпатий. То окей. Кирилл ему подарит премиум на год. Тут вот, значит, шары вот. Вот. Дует шары, наркоман. Повесил Лейс съел... картину. Что это, пиздец? Гордится тем, что смог купить Лейс. Молодец. Нищий. 10 баллов. Может быть, у тебя будут деньги. Ой, блядь. Бабушкины пироги. Вот это вот я никогда не понимал, что за пиздец коллекционирует банки из-под энергетиков. Ёб твою мать, тебе же 5 лет. Да, это интересное, кстати. Но это знаешь почему? Это же школьники коллекционируют, и они думают, что они типа... Сама опасность. Я столько банок, сколько нарушил закон. Типа раз. Да. Вот такая тема. Там я это... сегодня, знаешь, как нарушил закон, Кирилл? А ну-ка. Я сегодня купил, блядь, в магазине, набрал продуктов, вот, и я там купил пиву, и этот, ну, чел подошел к аппарату, чтобы мне пикнуть своим этим бейджиком, что я, типа, совершеннолетний. Он пикнул, я такой, ага, он отошел, я взял пакет и пошел, блядь. И стою уже на светофоре, ко мне подбегает чел из пятерочки, такой, молодой человек, вы не оплатили, блядь, вернитесь, пожалуйста. Блядь, ну, мне так стыдно было. Ты вернулся и послал его нахуй? Не, я вернулся, но мне так стыдно было, это пиздец, бля, я себя таким, ну, вором ебаным ощущал, а я нечаянно что-то он пикнул, я такой, ну, походу, я платил и пошел. По это факту, пиздец. Братан. Да. Блядь, надо было нахуй ему ничего не давать.
Согласен. Он много хочет, братик. Я в следующий раз приду, ему защику дам. Правильно, все правильно. Поэтому вот этому столу я ставлю 4. А я 10. Тонь, ты сколько? Я 6 поставлю. Я ставлю 5. Победитель. Просто за лейс вот этот, который там лежит. Ну да, я за лейс завысил, просто да, ну, да. Человек гордится лейсом. Мне да, так да. его стало Не просто жалко. Лейсом, а лейсом с красной икрой. Блин. Да, 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 да. Завидуйте да, да. попущи, я лейс с красной икрой жру. Выглядит красиво, даже на все 3 балла. Не, ну смотри, из новогодней атрибутики микроёлка на втором этаже, но выглядит красиво. Вообще на 1 балл я прибавил 2 за то, что красиво, блядь. Да, согласен. Не, я думаю, тут можно троечку смело поставить. Смело троечку снести. Смело. Типа это смелая. Это смелая, твердая тройка от меня тоже, да. Ой. Я ставлю 5, не знаю, мне почему-то нравится. Уютно, потому что. Мне, да, я не знаю, мне почему-то нравится. Жень, ты что ставишь? 3. Но как будто бы это... Я не хочу никого там оскорбить. Возможно, это рабочий стол девочки был, потому что вот этот круглый зеркало... Ну да, о, вот это стоит. Тоже мне нравится. О, тут вот много фотографий, короче. Вот это круто. Вот это что такое? Это как будто бы снег, шарите? Не, вот это коробка, интересный подарок. А я знаю этого чела, скорее всего. Череп, снег. Я видел у Зеквели его. Я ставлю выхода нет, вот это я все выход. Вот так вот. Ставлю за Зеквеля 5-6 баллов. Так, Кирилл. Это одно из лучших оформлений, да. Это прям реально оформление. И я верю, снег... причем, то, что он это сделал не для конкурса, а как будто бы оно так было, ну вот, к Новому году просто. Поэтому ладно, 10. Я ставлю 10. 10 я 10 ставлю. И я 10 ставлю. И я 10 поставлю. Все, победитель найден. Победитель, все остальные сосите. Подожди. Там, остальные снег светится. Там прикольно. Еще 2 сапки на мой бусте будет разыграно. Подожди. Опа, а ты там голенькая? Но там фотографии. Там... Скажу голенькие? Так. Там, но... там на грани. А Женя, можно посмотреть? Этот вопрос. Нет, покупай подписку. Не, ну а за деньги можно посмотреть? Ну, разрешаю. Да бля, ну что-то это как-то не по-братски, братан, брат. Ну ты потом свою скинешь тоже. Пока спать будет, тихоря сфотаешь. Скажи, братанчик, давай теперь ты мне 200 рублей, я тебе тоже пришлю сейчас. Белорусу косарь, как-нибудь доскинем. Один балл. Ну один вот. Так, один балл. Так, пока... Ой, блядь, что я... Подожди. О, привет. Блин, не туда. Извини, не туда. Жмала. Так, пока модеры считают... Все... Это все, если что. А да, ура! Это все. А модеры в каком классе? А что там считать, блядь? Там и там... Модеры у меня некоторые в шараге а уже, я предполагаю, блин. Что победитель известен. Нет, я хочу вам показать то, что не вошло, как бы... Опа. То есть, если вы хотите им баллы поставить, то можете поставить. Так, это что? А не вошло, потому что смешно или потому что что? Ну там, вот тут, например, тут ничего нет новогоднего, тут прикольный кот гигантский. Нихуя себе, блядь, это пёс какой-то. Знаю, это собака Баскервилль. Вот, тут прикольный пёс. Ой, блядь. Это, кстати, тоже была ссылка на Шерлока, если вы не знали. Вот. Я вам хотела показать, собственно, вот кота, потом... Подожди, смешные на сапку у Кирилла. Я оплачу, говорит Стасик. Выбираем на сапку у Кирилла. Смесите, типа смешно. Типа поняли, PlayStation этот работает, провод идет в часы, типа. Кирилл, все уже, блин. А? Нет? А? Да все уже. Вот, значит, такая вот есть мероприятие, значит. Нормально. Да, ну вот тут Кирилл, можете отметить, что Кирилл, ну, посмеялся как будто бы. Вот тоже интересная фотокарточка. Не. Рабочий стол. Это скачано из Гугла, я не верю. Это рабочий стол. Там даже пальцем по пыли не написали 42. Да, это, бля, это хуйня. Так, это я вам показывала. Это буквально тоже там рабочий стол. Так, вот это. Во, вот это Новый год прошел охуенно. Украшся, заебись. О, стойка для этого, для монитора очень интересно. Да, кстати, клевая. Нравится. На антенну 5G, похоже. Вот, но мы ему сказали украсить, он, собственно, как, ну, смог. Он украсил. Смеемся или не смеемся? Ну, не сильно посмеялись. Ну, да, так. Так.
Ну где моя любимая, где моя? Вот, что тоже. Такое 5G? О, блядь. Ну, мои соболезнования. Блядь, блядь. Съемки, блядь, сюда. Ты посмотри на коврик, блядь. Мне кажется, знаешь, с него вот если соскрести, вот сделать комочек и потом закинуть фольгу на бутылки. Это можно... Это лофт, сиди лофт. Да, 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 так называемый лофт. 24-й год весь провести в ахуе просто. Фу, бля. В героев третьих ебашит. Это твоя любимая была, Жень? Ай? Это твоя любимая была? Вот тут это я для Сонечки, если честно. Кириса! Вот, ну тут, кстати, реально прикольное было, но тут просто единственное из украшений это вот. Да было и поменьше, а тут еще и Кириса. Ебать, вот. Там и Лего. Бля, прикольно это. Ну если хотите, мы можем это тоже оценить. Да, это победитель. 4, 6, 3, 2, все. Блин, покажи еще раз Кирису. Вот она. И там еще смешная подпись. Подкаст ведет. Сука, да, крыса в итоге на коврик написала чуток. Теперь придется выкидывать ее. Минус Криса. Насрала. Криса, Кириса. Криса смешная. Вот если хотите, Крисе можете тоже. Я Крисе ставлю 5 из 5. Просто Крисе. Вот, это любимая Женина пошла. Есть, блять, вот это! Блять, так это он уже был с этим, блять, допотопным компьютером. А, это он же реально как будто... Вы думаете? Ну, как будто бы да. Он его теперь везде сует. Ну, нет да, же да, двух, да. Блядь, человек в мире с таким, блядь, ебаным компьютером. Что это такое, блядь? Что нахуй, реально? Там настоящий монитор, или он приклеивает? Мне кажется, это не настоящее. Это детский лэптоп какой-то. Но он в Макдональдсе выдавался. Серьезно ты или рофлишь? Не знаю. Ладно. Кириса. Вот, не понял. И вот, вот такой еще есть. Это последнее. Рабочий это стол. Он невидимый. Да. Хороший стол. Нано-стол. Прям похож на собаку. На собаку похож. Вот-вот-вот. И глазки, носик. Вот это вот. И собака. Соня, ты что там куришь, блядь? Пу, где собака? Ну, что собака? Два глазика, носик и шляпка вот такая. И собака, блядь. Блин, реально. Похоже на огромного дракона. Вот видите, у него крылья, ебать. И огонь, видите, хуячит у него. Снизу есть все оценки. Вот, ну с чего вы больше всего посмеялись? То есть кому это? Собачки. Туалет. Ладно, с Крисы. Нет, ну Криса она мили, а я больше всего посмеялся с того, что хуй пойми, где Соня увидела собаку. Ну это реально искренний смех, но это не, ну, он как базой для шутки выступил. Кому из смешных вот выдаем сапку? Реально была собака. Кирилл. Не знаю, мне очень понравилась Милли Крысь. Да мы можем ей дать сапку на твою бусе. Ну пусть будет, я не знаю. Все, выделите там то, что было. Так. Милли Крысь. Внизу, блядь, что? Покажи еще собаку, ну покажи, спустя. Так там не было собаки. Чисто комментарий от Насти. Я бы челу с котом огромным дала. Ладно, твоё право. Собака, ребята, всем собака. Собака, вот смотри, красный носик, два глазка, два глазика и шапочка. Собака, реально. Ну ты что, не видите? Вот это топ-1 получился. Это топ-1. Ну да, не, ну это да. Это топ-1. Сейчас я вам покажу еще остальные. Там, получается, топ-4 даже есть, да? Нихуя. Вот это топ-2. Это самая дорогая, короче, сапка на мой бусте. Ну, будь да. Здоров. Будь здоров. Будь здоров. Чтоб он потом продлевал ее, ёпта. Да. Это топ-2. Чел, покрои, пожалуйста, кота по-братски, а то, ну, это пиздец. И два топа-3. Короче, вот такое есть. Вторая сапка полетела. Вот такое, значит, мы выбрали. Да, вот это хорошее, да. Но оно реально украшено. Ну, мне кажется, что по-честному как-то прям получилось даже, блядь, с тем, то, что мы оценивали. Ну, и вот этому челику тоже. Ну, у него просто круто, но мало нового года. Да, мало новогоднего, но круто. Ты молодец. Собственно, вот такие у нас получились топы. Ну что, все, Света? Ну, по факту, да. Угу. Спасибо, Кирилл и Соня, что пришли. Спасибо, что пришли, ребята. До свидания. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока. Давай, пока-пока. Ну, давай, ну, давай, пока. Ну, пока. Ну, давай, пока. Ну, давай, ну, пока. Ну, пока.